This conference will now be recorded. Так, ага, добрый вечер. Добрый вечер, рад всех видеть. Значит, зовут меня Лохтров Вячеслав Александрович. Сегодня я вам, вот так вот я выгляжу, вот так меня зовут. Сегодня я вам расскажу про решение. И рассказ этот возник вот откуда. Я работаю в МГТУ имени Баумана инженером. И параллельно работаю преподавателем в замечательном центре специалист. И МВТУ замечательный специалист, замечательно, вот так мне повезло. И вот буквально, можно сказать, не можно сказать, так и было, директор компании специалист Дмитрий Юрьевич Гудзенко, который внимательно следит за всеми сообщениями, за всеми пожеланиями и так далее. По-моему, он или от него кто-то напрямую написал, что вот есть слушатель, который сказал, что у нас как-то нигде не освещена тема терраформа. И поскольку я являюсь преподавателем и вот этим направлением занимаюсь, то, соответственно, возник вопрос, а как так, почему бы не сделать? И я сказал, ну, в Бауманке мы терраформ не используем, там у нас V-сфера, потихоньку импортозамещаемся на Z-вирт, и, значит, в принципе, наверное, сделаю, говорю, почему бы и нет, интересно разобраться, и начал разбираться. Надо сказать, что было нелегко, несмотря на то, что я как бы и с Вагрантом работаю, и с Ansible и так далее. Вот. Нельзя сказать, чтобы сразу я, значит, в это дело въехал, поэтому времени потратил много и надеюсь ваше сэкономить. Вот. Второй момент, значит, я, как это у нас обычно менеджер говорит, срочно опишите тему вебинара, вот за месяц заранее. Я говорю, да я еще не знаю, какая тема будет, надо разобраться, посмотреть. Он говорит, нет, нам надо срочно вот анонс сделать. Я сказал, ну ладно, ну, наверное, это будет КВМ и Terraform. Значит, КВМ у нас в курсах есть, замечательная система виртуализации. Также я понимал, что мне интересно разобраться с Cloud Init. Опять у нас как бы это в университете не используется, на курсах не было. Но понятно, что в какой-то момент развернутые виртуалки надо настроить какие-то параметры персональные. Я всегда слышал, что вот есть такой Cloud Init, который это делает. Вот. Но пока руками не сделаешь, все это такое на уровне. Вот. Поэтому будет Cloud Init. Соответственно, ну, описание инфраструктуры так. Все. И что-то еще там было заявлено. Я говорю, ну, может быть, Windows какой-нибудь развернем через Terraform. Так наши менеджеры и записали. И вот я начал готовить этот вебинар. И еще раз говорю, нелегко все это проходило, как бы тяжело шло, несмотря на то, что разбирательство с новыми технологиями – это часть моей профессии. Так вот, и где-то за неделю до вебинара вдруг приходит очередное письмо слушателя. Вот наш центр самый крутой. Да? Вот человек, слушатель, написал, нет терраформа, все побежали готовить терраформ. Другой человек написал примерно такое. Да, курсы хорошие, все хорошо, но… Хотелось бы, говорит он, этот слушатель, чтобы все-таки были какие-то лабораторные работы вот с реальными серверами, чтобы вот прямо вот по-настоящему, чтобы можно было посмотреть. Вот опять прилетает от директора, значит, срочно надо решить задачу. Слушатель написал, пожелание очевидно, все как бы реальная инфраструктура и так далее. Вот менеджеры начали выяснять и выяснили, что замечательная компания Selectel с удовольствием готова с нами сотрудничать, с удовольствием готова предоставлять ресурсы на время обучения. Вот. И наши менеджеры начали искать, где, кто про этот Selectel будет рассказывать, использовать в курсах и, в общем, реализовывать как бы, пожелания слушателей. Вот. Но пока мои коллеги там думали, что и как, я говорю, ну, вообще-то я тут готовлю вебинар по Terraform, прямо однозначно это с облачными провайдерами и с Selectel, в частности, точно интегрируется. И менеджеры сказали, замечательно, прекрасно, срочно меняем тему. Вот. И, значит, мы добавили, как использовать Terraform с облачными провайдерами. Получилась некая такая on-premise инфраструктура плюс облачный провайдер Selectel. Вот такие у нас планы скромные, значит, и как on-premise это рассказать, и как с облачным провайдером. Так что вот давайте посмотрим, во сколько вебинар закончится. Поскольку закончится он поздно, никаких проблем для вас отключиться от вебинара и пойти по своим делам нету. Все будет в записи, и я, значит, все усилия приложу, чтобы она была хорошая. На этом я тогда себя отключаю, расшариваю экран
И мы с вами начинаем вебинар уже, собственно дело. Да, вот 21.00 заявлено у нас. Так, значит, себя выключаю, чтобы побольше места было на экране. Так, вот меня зовут, вот я так выгляжу, и мы с вами поехали. Так, значит, для всех своих занятий, для всех своих вебинаров я использую методическое пособие вот с таким вот адресом: wiki.val.bmstu.ru. Значит, bmstu.ru — это домен Бауманки, вал — это Вячеслав Александрович, это я, вики, соответственно, это самое. Да, там молодой, здесь не очень, да, нормально. Вот, копирую вам это в чат, вот, и, соответственно, мы продолжаем. Все, что я делаю на курсах, есть здесь, в том числе имеются и видеоуроки по предыдущим темам. Но сейчас мы с вами пойдем в свежесозданный вебинар. Да, материал по методике чтения курсов вот сюда. И здесь находятся, собственно, планы по курсам. Вот можно посмотреть, какие лабы в каком курсе у нас проходят, и решить, интересно это или неинтересно. То есть в этом отношении мы максимально открыты, и я в частности. Вот. Также мы с вами увидим здесь ссылку «Публичные мастер-классы». И в публичных классах, мастер-классах последний мастер-класс, ну, надеюсь, не последний, на текущий момент последний, значит, он «Премис Терраформ». И я, соответственно, его открываю вот здесь. Вот. Значит, ну, зачитывать рекламу не буду, зачитаю только то, что партнером мастер-класса стала замечательная компания «Selectel». Немножко похвалю «Selectel» прям заранее. У меня пара старших детей работают в разных компаниях, и я им говорю: вот тут Selectel нашелся, значит, с нами хочет партнер. Ну и, по-моему, оба сказали: да, компания хорошая, известная, хорошая, добрая, и, значит, порадовались за меня. Так что вот партнер мастер-класса — компания Selectel. Ну а мы с вами изначально требования, значит, в домашних условиях требования: выяснить, что такое КВМ, выяснить, что такое Terraform, выяснить, что такое Cloud Init. Значит, Windows систем развертывать не будем, все равно их негде взять. И финал будет, собственно, наш хороший партнер Selectel. И посмотрим, как можно использовать Terraform для обучения, вот используя платформу Selectel. Значит, здесь же будет запись вебинара. Выложена будет в Ютубе параллельно на канале «Специалист». Можно просто найти в Ютубе по слову «Специалист». Канал «Пробел Специалист», там будет этот вебинар тоже. Так, ну и еще один небольшой нюанс. Значит, я большой сторонник того, чтобы обучение не прекращалось никогда. Сам я учусь постоянно. И делаю все, чтобы люди, которые учились у нас в центре, могли по окончании занятий, вот они отучились 3 дня, вот я сейчас курс по импортозамещению читаю, и я стараюсь сделать так, чтобы они могли, если им понравится, если их эта тема заинтересует, если им захочется это делать, то они смогут взять и стенд у себя дома воспроизвести. Поэтому здесь вот ссылка как раз на предыдущий вебинар, как развернуть все это дома. И вот я, читая отзывы к вебинару, вдруг прочитал. Тоже мы вот клиент-ориентированная компания. Пишет совершенно, значит, посторонний наш клиент потенциальный. И говорит: конечно, хорошо, что вы показываете, как развернуть стенд дома, но почему-то показываете это в Windows. Windows, да? А почему вам не показать, как это развернуть в Linux? И вот я абсолютно согласен с этим, значит, ну, как потенциальным слушателем, да, или как это, посторонний, да, комментатор, да. Действительно, я тут читаю курсы по импортозамещению, пора там на ноутбук поставить Linux. У меня вот 2 ноутбука, вот на соседнем Linux установлен, я в нем работаю рядом, но вот я не уверен, что программа для вебинаров будет так хорошо работать. Вот запись идет, кстати, коллеги, посмотрите, запись, по-моему, я включил с самого начала, поэтому запись будет. Здравствуйте. И поэтому сценарий этого вебинара следующий. У нас есть какой-то домашний компьютер. Значит, я специально... Да. Хорошо. Так, значит, у нас есть некий домашний компьютер. И понятно, что
По-хорошему, это прямо вот Linux, установленный на ноутбуке. Но еще раз, поскольку вот эти программы для записи вебинаров все-таки в Linux, не будем ругать Linux, он немножко для других целей хорош, да, как десктоп, тут еще бывают вопросы. Вот, поэтому, чтобы все было хорошо, все-таки я использую Windows, как это вот не прискорбно, да. Но, тем не менее, вот представим, что у нас есть домашний компьютер. Видите, написано «домашний компьютер». Вот на нем, собственно, установлен Linux. Вот, чтобы никому не было обидно, я установил здесь самый мой любимый Linux, OS релиз. Вот, ну и Debian 12. Ну и все эти эксперименты прекрасно пойдут там и на Ubuntu, и на каких-то там других, там, в общем, какие сейчас популярные рабочие станции Linux есть, да? Вот. И поэтому мы с вами начинаем с того, что, собственно, решили выяснить, что такое Terraform. Прямо вот решили выяснить и так далее. Вот мои менеджеры сказали, срочно сообщите тему вебинаров, мы ее гвоздями прибьем, и целый месяц она будет висеть. И я сказал, ну, давайте будет Terraform и КВМ. Вот, начав готовить вебинар, я зашел в Google, набрал Terraform пробел КВМ и нашел замечательную статью без вот всяких экивоков, да, вот, значит, с прекрасным ником, да, человек написал статью, выложил ее для всех, спасибо большое, я ее начал читать. Вот, и читая эту статью, понял, что непростая эта тема Terraform, вот, тут всякие самые зеркала сразу настраивать, значит, провайдеры, далее пошли термины там pool, image и так далее. И я понял, что чтобы разобраться с Terraform, надо все-таки сначала хорошенько разобраться с КВМ. Вот, несмотря на то, что как бы в курсах КВМ читался, но не так, чтобы прямо вот подробно и так далее. Вот, и разобраться с Cloud Init. Поэтому мы с вами как бы откатываемся на начало и открываем и разворачиваем все вручную, прям выясняем, как вообще виртуализация КВМ позволяет развернуть виртуальную машину, как с помощью механизма Cloud Init сделать так, чтобы она была преднастроена так, как нам надо. Вот. И, собственно, вот на курсах в специалисте я и мои коллеги продаем именно это. То есть найти в Гугле можно все, что угодно. Но есть очень важный момент, что очень часто то, что вы находите, вам непонятно. Поэтому мы в специалисте, и я в частности, стараюсь построить лабораторные работы так, чтобы это прямо было вот от нуля, было по шагам разобрано до вершины. Я как бы согласен, что бывают очень такие как бы люди, ну там грамотные или умные, или очень сообразительные, которым, может быть, это покажется как бы оверхедом, но таким, может, и не надо учиться на курсах. А вот для меня все кажется сложным и непонятным, пока я, конечно, не разберусь. Да. И вот, кстати, LXC, LXD тоже не будет. Так, по поводу коллеги чата, я в него перестану смотреть в некий момент и обязательно посмотрю в конце. Поэтому поехали. Итак, я начал разбираться, что же такое КВМ и что такое Cloud Init. И очень быстро выяснил, что каждый автор дистрибутива, ну, серьезного дистрибутива, готовит так называемый Cloud Image, облачный образ, который можно использовать с Cloud Init. И цель какая? Значит, просто найти образ и просто создать легко. Надо сделать так, чтобы была возможность этот образ развернуть и настроить. Давайте объясним, что мы хотим под этим делом подразумевать. Вот я, например, не знаю, что в этом образе сейчас с учетными записями. Какие они? Если там учетная запись root, понятно, что есть. Но если для нее пароль, не знаю. Если какие-то другие учетные записи, не знаю. Какие у них пароли? При разворачивании этого образа я хочу настроить, например, ему определенный IP-адрес. Или, например, задать хостнейм. Как это сделать? И вот я начал разбираться с этой темой и начал с того, что этот образ скачал. Значит, я некоторые вещи сделал заранее, чтобы не тратить время. И вот этот образ, он у меня уже скачан, да? То есть в Debian 12 внутри скачан образ Debian 12. Так, дальше я начал с вопроса, а как мне этот образ кастомизировать? Ну, например, я хочу задать какой-нибудь пароль пользователя рута. Вот как это сделать? Значит, ну, во-первых, можно
убедиться, что это действительно облачный образ, то, что нам надо. Вот такая вот. Такая вот команда. Кстати, здесь тоже я должен сказать, чтобы сэкономить время, я заранее выполнил вот эти шаги. Посмотрите, если будете дома воспроизводить. Значит, ну, во-первых, я выяснил, что у меня поддерживает мой ноутбук, что мой ноутбук поддерживает виртуализацию. Вот такой вот командой это делается. Выбираются вот такие строчки из файла cpu.info. И установил необходимые пакеты для КВМ. КВМ – это система виртуализации, ну, аналог чего, что нам может быть знакомо. Ну, например, аналог VirtualBox или аналог vSphere. Да, vSphere. Вот, значит, установил эти пакеты, чтобы не тратить время. И вот интеграция с Cloud Init, давайте посмотрим. Значит, скачали облачный образ. Можно убедиться, что это действительно облачный образ с помощью команды CamuImage. Например, вот таким вот образом. Вот, и можно увидеть, что здесь у нас формат, размер его и так далее. Все, в общем, такое в JSON, все круто выведено, и некоторые поля мы с вами в дальнейшем поиспользуем. Вот, а первый вариант кастомизации, я его обязательно покажу, может выглядеть так. В составе Кему, КВМ Кему, имеется утилита, которая позволяет, например, задать пароль рута для этого образа. И вот я запускаю команду virt customize, указываю путь к образу, указываю, что хочу поменять. И можете почитать документацию к этой команде, узнать, что она еще умеет делать. Вот. Ну и займет это некоторое время. А я пока объясню, что мы с вами будем делать дальше. Значит, если почитать вот статью замечательного автора дальше, то с помощью Terraform создается так называемый. Да, вот все сложно, понимаете? Сразу начинаются переменные, массивы, списки и так далее. То есть вот разобраться без приличного бэкграунда по хорошей статье. Статья вот работающая, и я отсюда массу вещей узнал, нелегко. Вот, поэтому, соответственно, я просто хочу показать момент, на котором мы остановимся. Да? Значит, создается некий пул, в который добавляются диски нашей будущей системы. Дальше внутри этого пула создаются тома, и среди томов будет диск нашей будущей системы, а также тот самый образ Cloud Init, который позволит нам ее заранее поднастроить. Вот. Ну и пока у нас там длительный процесс происходит, все-таки опишу цель нашего вебинара, да, ради чего мы этот Terraform будем использовать. Ну, в общем-то, ради того, чего его используют и в облачных средах. То есть в домашних условиях on-premise хочется иметь возможность развернуть там, например, 1, 3, 5, 20 виртуальных машин, чтобы дальше поиграть в какую-нибудь увлекательную игру под названием там, «Развернем Kubernetes» или «Развернем там, CEF» и прочее, просто вот массу узлов сделать, чтобы они сразу с нужными хост-именами настроились, чтобы там были нужные IP-адреса и так далее. Ну, вот, поэтому, пока я вас отвлекал, у нас эта задача выполнилась. То есть вот внутри вот этого образа теперь рутовский пароль называется «Strong Password», и когда мы развернем VM из этого образа, мы с вами сможем убедиться, так это или не так. Так, это был просто первый этап кастомизации, который я так вот походя хотел вам показать. Дальше мы разбираемся с КВМ. Итак, чтобы создать виртуальную машину, судя по всему, надо создать пул для будущих дисков. Этот пул фактически является каталогом внутри нашего домашнего, да, ноутбука. Поэтому я вот такой командой virsh define pool define s название, значит, pool nodes, тип его каталог просто. Пулы могут быть разные, могут быть там iSCSI, могут быть CEF и прочие сложности. Но начнем с самого простого. Пул каталог. И сам каталог находится вот здесь, по этому пути. Самое смешное, что каталог, ну не смешное, а нюанс в том, что каталог не создан этот, его надо создать вот такой вот банальной командой. Вот, можно посмотреть, какие у нас пулы есть вообще, увидеть, что этот пул у нас неактивный, почитать документацию и найти в документации, что
чтобы сделать этот пул активным, надо его запустить. И вот мы его запустили. Фактически пустой каталог, активный, ничего здесь нет. Двигаемся дальше. Теперь нам нужно создать жесткий диск нашей системы. Жесткий диск нашей системы мы с вами создадим с помощью команды vrsh volume create. Значит, укажем, в каком пуле будет жесткий диск, назовем этот жесткий диск как-нибудь, чтобы не забыть, и сразу нужно указать размер вот этого жесткого диска. Вот здесь нам пригодится как раз информация о загруженном образе. Вот, о загруженном образе можно вот так вот посмотреть информацию, но нам нужно вытащить из этой информации поле «Виртуальный размер». Виртуальный размер, потому что жесткий диск должен быть создан не меньше, чем вот этот вот виртуальный размер. Да? И здесь нам на помощь приходит замечательная команда JSON Query. Вот. И используя эту команду, можно вытащить только значение интересующего нас поля, да? Почти как прям вот команда Select. Да? Здесь, в принципе... В принципе, полезная утилита, масса можно вариантов применения и применить, да, вот у нас виртуальный размер. В байтах, да, считайте сами, байт, килобайт, там, ну, 2 мегабайта, грубо. 2 гигабайта получается размер образа. Вот, и можно, воспользовавшись вот такой вот конструкцией, сразу указать этот размер в ключах команды vrsh create-s, да, прям создаем с вами жесткий диск внутри дома. Вот таким вот создаем размером. Так. Так, и если посмотреть сейчас на то, какие жесткие диски у нас с вами внутри дома есть, то увидим жесткий диск на 2 гигабайта. Сегодня, конечно, это маловато, даже для простейших экспериментов, поэтому читаем документацию дальше. И сначала, подождите, не торопитесь, я с вами не буду торопиться. Сначала надо скопировать тот образ, который мы загрузили в жесткий диск командой vrsh volume upload. Давайте по порядку, да, методичка же написана. Да. Вот я буквально копирую содержимое жесткого диска, и он у меня пока что 2 гигабайта. И следующая инструкция, я увеличиваю размер этого диска до 5, на 5 гигабайт, да, 7 гигабайт должен быть. Вот. Ну и здесь замечательная особенность виртуализации, разумеется, состоит в том, что реально у нас продолжает быть занято 2 гигабайта, а виртуально у нас уже 7 гигабайт, там, или 700, или там сколько хотите вы укажете. Главное, следите, чтобы физический носитель у вас не закончился. Так, хорошо, это просто жесткий диск, скопированный из образа, который мы взяли из интернета, с официального сайта Debian. Следующая тема, которая для меня была новой, потому что мы это не использовали. Как сделать так, чтобы запущенная виртуальная машина сразу получила там правильный IP-адрес, сразу получила правильное имя, и, может быть, даже чтобы в этой виртуальной машине был установлен какой-нибудь софт и так далее. Вот как мы это делаем, например, в Бауманке, да? Я как бы работаю не совсем в этом отделе, но вот я слышал, что мои коллеги делают так. Они берут шаблон, темплейт, разворачивают из шаблона, и потом в этом шаблоне правят вот эти параметры. Хостнейм, IP-адрес указывают и так далее. Вот. Ну, если взять наш отдел в Бауманке, то он выдает там, ну, грубо говоря, там 3 виртуальные машины в неделю. Подразделения пишут запрос, типа, дайте нам виртуалку для таких-то задач, там, значит, какая-то тематика и прочее, служебная записка. А если мне надо развернуть там 30 машин, мне что нужно? В каждой машине там вот это вот делать? Вот, поэтому какие способы здесь есть? Вот. Ну, способы есть разные, и мы с вами посмотрим технологию CloudInit. Вот в чем этот способ состоит. Я сейчас создам каталог, который как бы будет сигнализировать нам, что скоро здесь будет множество виртуальных машин. Они будут называться там Node 1, Node 2, Node 3, там, ну и так далее, там большое количество узлов. Вот. И начну, как обычно, с одной машины, потому что надо понять сначала, как настроить один узел, потом научиться настраивать множество узлов. И вот в технологии CloudInit говорится следующее, что существуют разные способы передать параметры для свежезапущенной машины. Например, если у нас
облачная инфраструктура, то можно использовать специальный облачный BIOS, сейчас, по-моему, это здесь было, и в момент запуска машины прямо в настройках BIOS, в BIOS, сказать: загрузи-ка параметры для нашей будущей машины вот по такому-то запросу. Сейчас, ну-ка. А, вот он, да, я себе подписал. Да, у нас же облачное все, да, в том числе облачный BIOS. Поэтому можно прямо при запуске машины указать, что параметры загрузи вот по этому вот адресу, да, видите, 10.02, та-та-та. Так, но с другой стороны, у нас же с вами некая такая игра on-premise. У нас, допустим, можно представить железные серверы, ну, там, может быть, не железные серверы. Ну, короче, есть еще один способ. Способ состоит в том, что мы готовим файлы, которые будут использованы для настройки будущей виртуальной машины. Значит, здесь четко определены названия этих файлов. Значит, в файле метаданных, метадата, обычно указывается имя системы. Допустим, вот наша единственная машина, которую мы сейчас развернем, будет называться Node 1. Так, что нам еще понадобится? Нам понадобятся настройки сети. На первом этапе я продемонстрирую получение IP-адреса через протокол DHCP. Значит, я, наверное, возьму весь файл от края до края. Вот. Но оставлю настройки получения по DHCP, потому что будет интересный вопрос. Ну хорошо, машина получила IP-адрес по DHCP. А какой адрес она получила? И мы с вами узнаем, что КВМ имеет возможность обратиться к системе через специально установленный агент и этот IP-адрес выяснить. Ну, а в финале мы, конечно, назначим тот IP-адрес, который считаем нужным, потому что когда у нас там 30 узлов, и они там по DHCP что-то получают, это тоже получается как-то не структурировано, не упорядочено. И третий файл user data, тоже здесь есть о чем почитать. Значит, этот файл позволяет описать все, что угодно внутри виртуальной машины через модули Cloud Init, немножко напоминает Ansible, если вы работали с Ansible, то вот смотрите, да, например, вот такой вот модуль включает возможность в SSH подключаться, используя логин и пароль. Вот я, может быть, напрасно его указал, мне кажется, в Debian это по умолчанию. Модуль Users, кстати, по аналогичной в Ansible, имеет функциональность, позволяющую задать учетную запись. Здесь я создаю традиционную для наших курсов учетную запись студент. Значит, обратите внимание, тут же можно указать настройки SUDO для этой учетной записи. Пароль можно указать в открытом виде. Можно указать хэш пароля. Как получать хэш пароля, не буду показывать, просто напишите в Гугле, как в Linux получить хэш пароля, и найдете там через OpenSSL это делается легко, в частности. Так, ну здесь очевидно, что shell, значит, по умолчанию заблокирована учетная запись, так что мы с вами видим здесь вот модуль users и само описание в JSON, да. Угадайте, что делает вот этот модуль. Наверное, догадались, да? Угадайте, что делает вот этот модуль. Наверное, тоже догадались, да? Первый синхронизирует обеспечение программное, второй, соответственно, устанавливает пакет QEMU-агент. Именно благодаря вот этому QEMU-агенту мы с вами увидим IP-адрес, полученный виртуальной машиной, которая будет развернута. Так, ну и можно описать через модуль run kmd команды, которые мы запускаем. Здесь запускается в виде массива через запятую перечисляется вот что мы в командной строке набираем. Значит, массив элементов, да, собственно, массив вот он у нас. Так, пожалуй, достаточно для простого примера, который хочется показать. И далее мы эти файлы запаковываем в ISO, в компакт-диск, буквально в виртуальный компакт-диск, поэтому нам понадобится вот эта вот утилита для записи компакт-дисков, да. Компакт-дисков у нас с вами физических не будет, будет все логическое. И дальше я создаю диск, вот такой вот диск будет ISO, в котором будет метка CI data, вот как раз Cloud Init ищет диск вот с такой меткой. Если такой диск есть,
то он, соответственно, с этого диска читает вот эти вот наши файлы UserData, MetaData и NetworkConfig. И такой диск я создаю пока что для первой машины. Соответственно, если у нас 30 машин, надо как-то 30 дисков создать. Уже такая задача, мягко говоря, непростая. И добавляю в пул еще один диск команды vrsh volume create. Создаю еще один диск вот с таким вот названием, с размером совпадающим с вот здесь вот опять, да, capacity, да, вот эта команда возьмет размер только что созданного ISO нашего свежего с тремя файлами и формат RAW, ну, как написано в документации, так я и делал. Поэтому создаю еще один диск нужного размера. Так, создаю еще один диск нужного размера. Копирую наш ISO в этот диск. Я, кстати, делаю руками с удовольствием для того, чтобы понять, сколько муторных действий здесь приходится делать для одной машины, чтобы продать вам Terraform. Вы ради Terraform собрались, поэтому надо сначала объяснить, как было без него. Да? Скопировали. Вот теперь мы можем посмотреть, какие здесь у нас тома, какие у нас диски. Вот у нас с вами парочка дисков. Вот. Ну и, наконец-то, можно эту виртуальную машину создать. Значит, поскольку мы с вами договорились использовать Debian, то при создании виртуальной машины надо указать операционную систему. Вот такой вот командой можно посмотреть virt install osinfo, какие Debian здесь поддерживаются. Ну, так получается, что в 12-м Debian поддерживается 11-й Debian. Ну, ничего, мы и 12-й запустим. И вот наша итоговая команда. Посмотрите, как она выглядит. Давайте посмотрим, как выглядит итоговая команда. На 6-м курсе по Linux мы как раз похожую команду набираем для того, чтобы посмотреть, как работает КВМ. Там запускаем Windows, чтобы был смысл, как бы зачем нужна аппаратная виртуализация, потому что в чате вот от Эдуарда хорошее замечание висит, да, что есть отличное решение LXC, LXD, и, собственно, если мы в Linux запускаем Linux, то разумно вот им ограничиться. Но, если честно, то, Эдуард, я не нашел в Terraform хорошего решения вот для LXC, LXD. Вот, наверное, надо написать в мире open source, так делается, да. Вот, либо какой-то смысл в этом есть, да, Эдуард. Мне тоже жаль, да, я бы обошелся без КВМ. Но поищите, если что, найдите. Коллеги, если что-то найдете, прям пишу свой адрес электронной почты. Я с удовольствием использую площадку для преподавания, чтобы не только неделями собирать материалы и вам его сообщать, но и чтобы вы могли что-нибудь интересненькое мне прислать. Так, ну а я продолжаю. Значит, вот таким вот образом у нас с вами выглядит. Давайте на Enter нажму, а потом обсудим, что мы с вами здесь видим. Ну, давайте начнем обсуждать, что мы с вами здесь видим. Ну, во-первых, в КВМ виртуальные машины называются доменами. Это необычно, и слово «домен» где только не используется. Чаще всего мы знаем про DNS-домен, про Active Directory домен. Но здесь этот домен не Active Directory, не DNS. Эта терминология пришла нам из... Ну-ка, напишите, откуда она пришла. Откуда она пришла? Я помню только что Solaris, навскидку. Что в Solaris была аппаратная виртуализация. Какая? Какая? Кто помнит? Первая виртуализация. Одна раньше, чем Citrix, вспомнил. Citrix, да, Citrix компания потом ее купила. Вот там как раз вот эти вот домены. Ну, а остальное вам, наверное, понятно, да? Значит, это имя виртуальной машины, это операционная система, оперативная память, CPU. Так, и я понял, что немножко поторопился. Да, если честно, то бывает такое. Смотрите, что мы с вами видим. Нам говорят, ничего не получится. И вот почему ничего не получится. Дело в том, что я хотел, чтобы у меня на ноутбуке запустились виртуальные машины, и эти виртуальные машины были подключены к той же сети, что и ноутбук. Чтобы можно было, например, с телефона
подключенного к домашнему Wi-Fi, тестировать какие-нибудь приложения в кубере, которые развернуты на этих узлах. Поэтому это моя ошибка, не специальная. Можно было бы прикинуться, что специально. Вот. И я пропустил вот эту вот ссылочку. Ссылочку Дарья. Значит, на самом деле... На самом... Сколько лет ноутбуку, да? Так, на самом деле, давайте вот что сделаем. Смотрите, сейчас мы с вами запустим виртуальную машину. Дарья, даю вам 2 минуты. Пожалуйста, у нас представитель учебного центра хочет вам что-нибудь хорошее сказать. Давайте послушаем. Да, здравствуйте, меня зовут Дарья, я администратор учебного центра «Специалист». Очень рада вас приветствовать и большое спасибо, что подключились на наш семинар. Вячеслав Александрович, если у вас получится, дайте мне, пожалуйста, права для расшаривания экрана. Так, давайте попробуем. Так, давайте. Так, я вижу инженер радио, это вы? Инженер радио, это не я, я Дарья Кратай. Да, вижу, сейчас, секунду. Ага, все вижу. Держите. Спасибо большое. Так, ну. Итак. Вы сейчас находитесь на семинаре Вячеслава Александровича, нашего преподавателя учебного центра «Специалист». Еще раз спасибо вам большое, что подключились. Немножечко о курсах, которые ведет Вячеслав Александрович. Вы можете подключиться на данные курсы, можете их пройти. Здесь представлено несколько из курсов, которые бы вам были бы интересны, учитывая тематику данного семинара. Вы уже явно не новички, уже знаете то, о чем говорит Вячеслав Александрович, соответственно, данные курсы подобраны именно для вас, но с учетом плюс-минус каких-то расхождений в ваших возможных знаниях. Это примерные для вас предложения. Вы можете зайти на наш сайт specialist.ru и подобрать для себя что-то, возможно, более для вас интересное. Вы можете заметить, что на данных курсах уже стоят скидочки минус 10%. Да, пока что только минус 10%. И для вас, как для наших посетителей семинара сегодняшнего, есть специальный подарок. Это промокод на скидку 5%. DAR7ALL, нижнее подчеркивание, RA. Данный промокод я еще раз напишу в чат для всех, чтобы вы могли его скопировать. Этот промокод на скидку 5% суммируется с теми скидками, которые уже есть на сайте, и с вашей личной скидкой по карте «Настоящий специалист» в вашем личном кабинете. Если вы у нас уже учились и прошли больше 3 курсов, соответственно, у вас уже 100% есть данная карта, и вы можете смело приписывать данную скидку к вашей личной карте. Соответственно, скидка будет увеличена. Есть несколько таких моментов, куда же без них. Данная скидка распространяется только на одиночные курсы, то есть не действует на комплексные и дипломные программы. И общая скидка не может составлять более 30%. То есть если вы увидели где-то скидку 25%, то смело приплюсовывайте еще 5%, и вы получите максимальную скидку, которая вообще в целом доступна только по бриллиантовой карте. Также эта скидка распространяется на другие курсы, которые проходят у нас в комплексе радио. Пожалуйста, заходите на наш сайт и выбирайте курсы. Для того, чтобы скидкой воспользоваться, напишите нам на почту. Почту вы сейчас видите в правом нижнем углу info@r-sobaka-specialist.ru или позвоните нам по телефону. Мы обязательно вам поможем, подскажем, подберем для вас самый интересный курс, который вам нужен. Все подберем максимально правильно, максимально комфортно для вас. Расписание сможем выстроить такое, какое было бы удобно вам. У нас есть огромный вид разных форматов. Открытое обучение, плановое классическое обучение. Есть форматы свободного обучения, когда вы самостоятельно проходите, вообще не опираясь ни на какие расписания, тогда, когда вам удобно. Ночью, утром, вообще в любое время. Также во всех курсах есть связь с преподавателем, где-то она более моментальная, где-то нужно немножечко подождать, но преподаватель вам всегда отвечает на все ваши вопросы, если у вас они возникают.
И также менеджеры комплексов всегда с вами на связи, инженеры комплексов, техническая поддержка. Если у вас появляются какие-то вопросы, мы всегда вам помогаем, всегда стараемся ваше образование сделать приятным, комфортным, чтобы вы к нам обязательно вернулись. На этом я еще раз вас благодарю, что вы к нам присоединились, и возвращаю слово Вячеславу Александровичу. Спасибо вам большое. Вячеслав Александрович. Так, раз, как слышно? Да, слышно. Все, спасибо большое, будем иметь в виду и продолжим. Давайте продолжим, значит, буду рад, да, если на курсы приходите, работаем ради вас. Поэтому поехали дальше и расшариваю свой экран. Значит, мы остановились на том, что я хочу, чтобы мои виртуальные машины были доступны прямо внутри локальной сети. И оказывается, что для этого их надо подключить к Linux-бриджу. А Linux-бридж у нас не настроен. Поэтому я открываю тему, которая рассказывает, как превратить интерфейс в бридж. Ну, кто с Linux работал, тот знает, что обычно IP-адрес настраивается на какой-то физической карте. И вот нужно сделать так, чтобы вместо физической карты здесь был бридж. И, соответственно, как это сделать. Да. Приходите на Linux уровень 7, там будет тоже интересно. Да. Я, если честно, люблю делать курсы, люблю их рассказывать и люблю делать лабы. Вот посмотрите, если эта лаба будет интересной, то, соответственно, примерно так же все остальные курсы у меня и проходят. Ну, а я продолжаю. Значит, для того, чтобы сделать бридж, который работает абсолютно верно, Евгений пишет, Эдуард пишет в чате, на уровне Layer 2, значит, надо установить вот этот вот пакет, ну, если речь идет про Debian, про мой любимый, вот этот пакет уже входит в базовое ПО, вот, и дальше в настройках интерфейса. Кстати, интересный вопрос, я вам тут рассказываю, мой любимый Debian и так далее, а у вас-то дома не Debian, у вас, наверное, какой-нибудь Mint дома, или что-нибудь еще, или Astra. Поэтому вопрос к вам открытый. Как в этом вашем Минте или Астре, или Дженту, или что там у вас такое, Орел, да, или в Нетплане, как настроить бридж? Так что вот выясняйте. Ну, а вот в этом игрушечном Debian это делается так. Значит, буквально заменяется Ethernet 0 на бридж 0, и, соответственно, указывается, к какому интерфейсу физическому, в данном случае Ethernet 0, будет этот бридж подключен. Дальше я перезапускаю эту систему свою, чтобы настройки вступили в силу. Вот. Сажусь за экран ноутбука напрямую. Вот он, экран ноутбука, да, вот он у меня загружается. Вот. И поскольку у меня все-таки не настоящий ноутбук, мне придется узнать, какой же IP-адрес он получил. Потому что при настройке бриджа там генерируется другой MAC-адрес и будет получен другой IP-адрес. Поэтому придется мне это дело выяснить. Вот то, что делает CloudInit, скоро сделает за нас CloudInit, мне приходится делать вот так вот. Подключаюсь я к своему ноутбуку и вижу, что он получил 52-й адрес моей домашней сети. И подключаюсь. Ну, как бы, если бы это был ноутбук, то я бы так и продолжил бы работать за ним. Вот, а здесь мне надо какой-то более удобный интерфейс для копирования, вставки. Вот, и этим интерфейсом будет... А, и я тут понял еще один момент. Да, ну, ноутбук, конечно, удобнее, коллеги. Дело в том, что мало того, что надо превратить интерфейс в бридж, надо еще и, раз уж это не настоящий ноутбук, да, виртуальная машина, придется мне еще и во вложенной виртуализации разрешить любой трафик на вот этот вот интерфейс. Ну, кто с виртуализацией работал и с вложенной, в частности, могут представить себе, что это такое. Вот диагональ ноутбука в данном случае не поможет. Никакая диагональ пока не,
значит, пока мы вот этот момент не разрешим. Да, и вот теперь я должен суметь подключиться к этой системе. Так, должен суметь подключиться. Да, мне Эдуард говорит, что на самом деле можно различные варианты конфигурации, можно просто добавлять фрагмент конфигурации в каталог интерфейса с демон. Ну, что могу сказать, Эдуард? Верно, все круто. Так, попробую подключиться. Надеюсь, что он тот же адрес получил. 10.5.12.52. А если не тот же, то придется посмотреть. Нет, тот же. Так, и остановились мы с вами на том, что находились в каталоге Nodets. В каталоге Nodets. Здесь у нас, в принципе, можно было бы и не находиться в этом каталоге, потому что запускаем мы с вами виртуальную машину, оперируя. Давайте я вот эту команду еще раз запущу. Вот, мы продолжим обсуждать, что мы здесь с вами видим. Так, ну, кстати, дайте проверю. IPA. Вот видите, на бридж. Появился бридж теперь, да, и запускаю команду еще раз. Так, давайте посмотрим, заработает ли она, как она заработает, и продолжим обсуждение, что мы с вами здесь видели. Значит, мы с вами видели, что видим дальше, что сеть у нас подключена к бридж 0, то, что мы с вами сейчас только что делали. Видим, что в системе есть два диска. Первый диск – это копия того Cloud Image диска, который мы скопировали из интернета. Так, Эдуард, ну, я же препод, конечно, у меня должно всегда работать. Хотя бывают случаи, когда наоборот, у меня не работает, а у людей работает. Ну, наша профессия такая. Так, и вот смотрите, второй диск, собственно, то, что содержит вот эти три файла, подключен как CD-ROM, Вот, говорится, что загружаться мы будем с основного диска, не с CD-ROM-а. И вот парочка интересных, близких таких мне вещей. Значит, Serial PTU. Вот мы с вами сейчас видим буквально вывод на Serial интерфейс или RS-232 интерфейс нашего с вами процесса загрузки. То есть, опять же, если кто-то из старичков здесь есть, таких как я, то... Может быть, застали времена, когда... Ну, вообще, в CISC до сих пор это работает, да, Serial интерфейсы есть, и, соответственно, если вы там купили дорогое оборудование CISC, то вы втыкаете туда там кабель. Правда, сейчас там чаще всего USB стал, но можно найти и с RS-232. И вот у нас буквально консоль RS-232, и выводится вся информация. Пока что у нас загружается ядро. Вот можно прям наблюдать, что у нас происходит. Вот, и я жду появления сообщения о том, что начал работать Cloud Init. Да, посмотрите, да, вот там где-то проскочило, что у нас Cloud Init. И сейчас у нас, да, вот он, Cloud Init сервис запускается. И этот Cloud Init сервис выяснил, что сеть должна быть настроена с использованием DHCP. Да, вот посмотрите, да, там даже уже IP-адрес проскочил. Вот, а так я, в принципе, здесь в какой-то момент даже увижу приглашение к регистрации, но только когда вот Cloud Init отработает, то есть начальная инициализация произойдет. Значит, параллельно я могу посмотреть на экран этой машины, поэтому я сейчас еще одно подключение сделаю. Значит, в инструкциях, которые у меня везде содержатся, рассказывается, какие пароли, на какие образы и так далее. И вот здесь мы с вами видим, что экран, использует VNC. И вот, чтобы посмотреть экран этой машины, можно поступить следующим образом. Можно посмотреть, на каком порту работает VNC экран нашей машины, взять любой VNC клиент и подключиться к порту 5900 нашей машины. 5900 плюс вот этот вот номер. Плюс вот этот вот номер. 5900 плюс вот этот номер. И вот если я подключусь, то увижу буквально экран, кстати, уже приглашение к регистрации. И можно проверить. Помните, учетная запись студент у нас создавалась? Да? Вот это студент с паролем password. Вот экран моей виртуальной машины. Значит, что здесь? На чем мы сосредоточимся? Значит, эта машина запущена в виртуализации КВМ и инициализирована
С помощью Cloud Init мы с вами явно видим, что здесь появилась учетная запись студент с паролем, который я вот знаю. Вот. Ну, то, что там динамический IP-адрес, это, в принципе, не так интересно. Тут заслуга Cloud Init минимальна. Вот. Хостнейм, посмотрите, да, ноде 1, видите, да, у нас здесь написано. Так, ну и на аппаратной консоли мы с вами продолжаем. На аппаратной консоли мы с вами продолжаем наблюдать работу Cloud Init. Сейчас устанавливается Chemo Guest Agent. Агент Chemo Guest Agent устанавливается. И таким вьювером мало кто пользуется. Пользуйтесь любым вьювером. На самом деле Эдуард меня тут подбадривает в чате, и я могу сказать, что это хорошо. Мы с вами прям вот эту, видите, точку страшную, да? Мы ее скоро с вами увидим в современном облачном провайдере через веб-интерфейс. Никто, конечно, не пользуется таким вьювером уже. Все работают с облачными решениями. И спонсор нашего сегодняшнего выпуска как раз это решение похожее предоставляет через веб-интерфейс. То есть не надо там где-то там что-то разбираться и прочее. Вот. Ну, а я пока вас отвлекал, надеюсь, что у нас все доработало до конца. Да, посмотрите, Ричард Таргетс, да, то есть Cloud Init отработал, достигнута, соответственно, цель всех этих настроек. Значит, от консоли можно отключиться. Там Ctrl закрывающая скобка, да, можно подключиться обратно к консоли. Тут я, чтобы закончить диспут про КВМ и Cloud Init, вот могу показать, что вот можно подключиться. Здесь можно, например, рутом залогиниться. Какой там пароль, кто помнит, был? Strong Password. Strong Password. Вот я рутом сразу залогинился. Вот, так что одну машину мы с вами развернули. А надо развернуть не одну машину, а 3, 5, 10 и так далее. Как это сделать? Как это сделать? И здесь как раз нам на помощь придет то, ради чего вы собрались. Terraform. Поэтому я сейчас на глазах у вас показываю, что вот у меня виртуальная машина была. Показываю, что она вот у меня есть, работает. Сейчас я ее останавливаю. Вот термин destroy, да. Надежность дисков. Эдуард спрашивает про надежность дисков. Сегодня надежность дисков реализуется избыточностью. Приходите на курс Linux 6, мы с вами развернем CEF. И там сколько хотите дисков, столько и докинете. Либо приходите на курсы по куберу, мы с вами рассмотрим там замечательное решение. Кстати, да, замечательное решение. Вот вопросы просто задают в чате. Я обещал не читать вопросы, но не могу удержаться. Вот вам про надежность. Хотите про надежность? Вот вам. Вики Валбемастауру, видеоуроки. Открываем. Хотите про самое надежное решение? Самое надежное решение называется «Работа с хранилищами в Kubernetes». Видеоурок про Kubernetes и про хранилище в нем. Я думаю, вот это вот вершина. Ну, а мы с вами продолжаем. Чтобы Kubernetes заработал, надо развернуть инфраструктуру, а нам нужна, собственно, эта инфраструктура и гибкий способ ее развертывания. Поэтому мы с вами одинокую машину развернули руками, вот, а остальные машины я, соответственно, буду разворачивать вместе с вами с помощью Terraform. Значит, я останавливаю машину, я удаляю машину и вообще все удаляю. Прямо вот по этой методичке двигаюсь дальше, удаляю, значит, CD-ROM с конфигурацией Cloud Init, удаляю жесткий диск системы, удаляю вот все, что я делал руками, не хочу больше делать руками, хочу, чтобы это делало вот. Ну и с пулом тоже здесь, как ни странно, больше всего команд. Значит, его надо остановить командой destroy. Вот, потом, значит, удалить, потом undefine, ну, ничего не поделаешь, вот такой вот набор действий. Вручную долго делать и вручную долго удалять. И вот, соответственно, у нас с вами больше ничего нету, да, все, что мы с вами делали, мы с вами разобрали, потому что хочется, чтобы все это делалось не руками, а автоматически. И я возвращаюсь в план своих работ и нахожу второй шаг. Значит, мы с вами все вручную развернули.
посмотрели, как работает Cloud Init. И следующий шаг – Terraform. Ну, из вещей, которые вот как бы неожиданные, неочевидные, его нельзя даже поставить. Значит, не буду тратить время на обсуждение, как так получилось, но сайт авторов Terraform закрыт. Но поскольку это решение супер популярное, супер известное, то такие компании, как Яндекс или Selectel, дают возможность этот дистрибутив скачать. Более того, само ПО постоянно развивается, поэтому мне даже пришлось в методичку добавить такой вот компонент, как вот указание версии. Да, версии. Значит, я пока разрабатывал этот вебинар в течение месяца, сменилось две версии, поэтому я устал править методичку и добавил переменную окружение. Вот. Ну и спасибо партнерам из Selectel. Значит, с их сайта можно скачать Terraform под любой дистрибутив. Сам Terraform существует под все популярные дистрибутивы и под Linux, и под Windows, и под Mac OS. И фактически это является решение, это как бы управлялка где-то настроенной инфраструктурой. Но то, что где-то настроенной инфраструктурой, мы с вами увидим в финальной лабораторной работе. А сейчас продолжим в on-premise. Итак, я, значит, скачал с зеркала дистрибутив Terraform, раскрыл его. Все есть в инструкциях. Скопировал туда, где... Кстати, вопрос в чат. Почему я копирую в USR Local Bin? Какая такая причина для этого? Вот я иногда говорю, вопросы для собеса. Приходит человек и говорит, я хорошо знаю Linux. Я говорю, очень хорошо. Расскажите, почему вот мы Terraform поставим вот сюда? Почему не просто в Bin? Почему не в USR Bin? Почему в USR Local Bin? Вот, если человек ответит, то значит он так с Linux работает. Да, не второй день, это точно. Да? Так что вот хороший вопрос такой вам на заметочку. Так, вот способ проверить, что Terraform у нас установлен, и то, что работает. Вот, ну и, соответственно, мы с вами двигаемся дальше. Как я уже рассказывал, менеджеры мне сказали срочно выдвинуть тему, вот прям не без промедления, без всякой подготовки. И я сказал, ну, наверное, будет КВМ. Наверное, будет КВМ. И по этой причине, соответственно, мы с вами рассмотрим, ну, я потом объясню, что можно было бы что-нибудь и другое угадать, но вот интеграцию Terraform и LibVirt или КВМ, соответственно, нам нужен вот этот провайдер. Дело в том, что Terraform может управлять любыми инфраструктурами. Он может управлять Hyper-V, он может управлять vSphere, он может управлять, что там еще у нас осталось, значит, он может управлять у нас на самом деле и будет управлять OpenStack. Потом немножко поговорим, что такое. А может управлять напрямую инфраструктурой КВМ, использовать КВМ для создания виртуальных машин. И все это он делает с помощью драйверов. Значит, драйверы, как вы скоро, когда начнете работать с Terraform, также загружаются с сайта компании HashiCorp, которая является автором Terraform, и также недоступны, как и, собственно, сам Terraform. Поэтому на каком-то из мутных форумов я нашел вот такое решение. Люди говорят, возьмите... Да. Эдуард, похоже, спросил у чат-GPT. Да. Ну, меня бы не удовлетворил этот вопрос. Ответ. Да. Чат-GPT страшная вещь. Но не удовлетворил. Итак, драйверы. Существует множество драйверов Terraform, и они называются провайдерами. И для КВМ используется провайдер LibVirt. И имеется, да. Поэтому есть, Эдуард, более короткий ответ, правильный. Почему local? Почему не просто USR-сбит? Так вот. Соответственно, есть GitHub, есть проект товарища, который пишет Terraform Provider для LibVirt, нужные версии. И, значит, авторы говорят, вы напрямую скачаете с сайта, где этот провайдер для данной инфраструктуры разрабатывается. Вот я беру, скачиваю его.
Так, скачиваю. Дальше говорят, ну, раскройте, да, это архив ZIP, соответственно, раскрываем. Вот. Создайте каталог, куда Terraform кэширует загруженные компоненты. Вот этот страшный каталог, это каталог, куда был бы загружен этот провайдер, если бы у нас все было бы хорошо, и с сайта HashiCorp, я надеюсь, когда-нибудь так будет, будет скопирован. Вот, и просто переместите туда вот этот вот драйвер. Переместите туда этот драйвер. Так, и мы возвращаемся в наш каталог Nodes, потому что сейчас мы с вами будем создавать тот же самый один единственный узел, уже используя Terraform. И начинается чтение вот этой статьи снова, с самого начала. Значит, мы поняли, что такое имиджи, поняли, что такое пулы, поняли, что такое там и так далее. О, правильный ответ Эдуард написал. Да, правильно. Вот это хороший ответ. Супер. Правильный ответ, да, молодец. Так, и, собственно, возвращаемся в начало. В самом начале говорится, что при описании проекта вы должны описать, какой провайдер будет использоваться. То есть, что, собственно, у вас? КВМ, или, может быть, у вас vSphere, или Hyper-V, или еще что-то вот так. Да, поэтому я создаю проект. Опять же, везде написано: создайте проект из кучи файлов. И это очень так вдохновляет, когда начинаешь, думаешь, что же в каком файле писать, почему их так много. Поэтому да, правильно все раскидывать по куче файлов, но мы с вами создадим все в одном единственном файле для начала. И этот файл будет у нас называться Node 1 Terraform. И в этот вот файл, в самое начало, мы вставим указание, что будет использоваться провайдер libvirt, который для нас разработал вот этот вот замечательный товарищ или компания товарищей, и они, соответственно, выложили это на GitHub, с которого мы все это дело скачали. Вот проверить вообще у нас ядро работает, что-нибудь потенциально мы можем сделать или нет, мы можем уже на этом этапе. Вот здесь вот описан провайдер, регьюлит провайдер, название его, откуда. И командой Terraform init мы можем проверить, что, собственно, у нас сейчас произойдет. И вот сообщается, что да, Terraform у нас установлен, драйвер найден. Вот самое комичное для меня и непонятно, почему вот этот драйвер копируется в локальный каталог проекта. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот этот каталог только что появился. Вот. Ну и, собственно, дальше у нас начинается простой проект. Простой проект. Вот. И давайте посмотрим, насколько он вот такой простой будет. Значит, хоть он будет и простой, но будем по шажкам двигаться в сторону многомашинной конфигурации. Поэтому посмотрите, что мы с вами здесь видим. Мы с вами видим, что у меня... Так, коллеги, сейчас, секунду. Да, мы с вами видим, что у меня отвалилась консоль. Сейчас я ее верну. Так, все вернулось. Напишите в чат плюсик, если меня слышно, и я продолжаю вот о чем рассказывать. Значит, мы с вами мысленно скоро развернем множество систем, и чтобы эти системы друг от друга отличались, нужно... Да, черный экран, спасибо большое. Так, сейчас как? Спасибо большое, что сообщили. И, коллеги, напишите плюсик, если все нормально. Спасибо большое. Так, и наш с вами Cloud Init будет готов к развертыванию множества систем. Если раньше я создавал файл под названием metadata просто, в котором было гвоздями записано имя узла, то уже на этом этапе мы с вами создадим файл, который называется
который называется Template, Terraform Template, вот расширение, видите? И внутри этого файла укажем, что параметр localhost names на самом деле будет указан через переменную. Переменные, кстати, надо сказать, что Terraform обладает просто встроенным языком программирования, причем таким достаточно современным и с современными парадигмами. Но вот переменные они взяли явно из Bash'а. Из Bash'а, да, вот так вот описываются переменные, да, ну, простые переменные, да, темплейты, в темплейтах переменные описываются. Так, дальше я скопирую, значит, то, что у нас с вами от предыдущего эксперимента network config network template, и открою на редактирование network template. Так, ну и насколько я помню, здесь у нас с вами что поменяется? Здесь у нас с вами поменяется название интерфейса. Дело в том, что разбираться много времени не было. Почему-то Terraform создает виртуальные машины вот с таким интерфейсом. Да, меня спрашивают, почему Vim? Потому что я старый, и в мое время считалось, что если человек не умеет компилировать ядро и пользоваться Vim, то он вообще никто. Я эту пургу слушал, поэтому научился компилировать ядро и пользоваться VI. Вот. Сегодня я никакого смысла в этом не вижу. Пользуйтесь нормальным редактором, простым, хоть Midnight Commander. Вот. А я двигаюсь дальше. Так, и, соответственно, третья часть у нас будет без изменений. Во всех машинах у нас с вами будет user data. Во всех машинах будет user data. Вот, в котором будут создаваться учетные записи пользователей, настраивается QEMU-агент и так далее. Поэтому я возвращаюсь к файлу описания проекта. Да? Создаю, продолжаю файл описания проекта. Так, и добавляю сюда, что я сюда добавляю. Ну, если честно, я все добавляю, что здесь есть. Все, что здесь есть, добавляю. Так, наверное, уже готов про это рассказать. Да, наверное, готов рассказать вот прямо вот с этого момента. Смотрите, вот с этого момента, с самого начала. Повторю еще раз. Terraform может быть установлен на вашем ноутбуке с Windows, или на вашем MacBook, или на вашем Linux ноутбуке, или там не ноутбуке и так далее. И управлять инфраструктурой, которая находится где-то. Вот этот вот URL как раз и определяет, что мой Terraform будет подключаться через QEMU, ну, там вот это вот, в общем-то, URL QEMU, но вот здесь вот отсутствует адрес системы. Вот здесь вот адрес системы должен быть написан. Вот, какие ресурсы ноута. Чтобы поиграть в эти игры, достаточно ноутбука с 8 гигабайтами памяти. 8 гигабайт памяти будет достаточно для экспериментов. Может быть, даже 4, но будет уже сложнее. 8 будет достаточно. Так вот, к чему я клоню. Смотрите, дело в том, что Terraform будет подключаться к сервису. К сервису, который... К сервису, который запустится, а дальше окажется, что ему мешает модуль AppArmor. Поэтому я сейчас могу вот такую команду набрать. Наверное, Terraform Plan. Ну-ка, дайте-ка Terraform Plan наберу. Значит, все, что описано, можно посмотреть. Да, ну давайте по порядку. Значит, во-первых, я сейчас вернусь к файлу, каждую строчку его расскажу. А сейчас я просто хочу не повторить предыдущую ошибку, когда я забыл, и хочу рассказать, что вот готовлю я вебинар, дошел до Terraform, выполняю лабораторную работу, у меня все валится с неочевидными ошибками, а оказывается, что в отличие от предыдущего эксперимента, где я все делал руками, Terraform подключается к сервису libvirtdaemon, который запускается при обращении к нему в первый раз, запускается, потому что Terraform подключается, несмотря на то, что он работает на этой же, в этой же сети, на этой же машине, он подключается по сети. Поэтому запускается вот этот вот сервис через SystemD, а он ограничен в правах, значит, AppArmor. Поэтому здесь
надо было либо подтюнить AppArmor, либо создать проект так, чтобы AppArmor не мешал, либо чтобы не тратить время, я этот AppArmor сейчас у вас на глазах просто выключу. Поэтому ничего здесь быстрее, чем вот это, я не вижу. Сейчас я AppArmor у вас выключу. Чего делать, конечно, в проде не надо. Надо доразбираться, найти время, понять, куда там наш с вами Terraform просит залезть наш сервис, и чтобы права были. Поэтому, значит, сохраняю, читаю чат, да. Но нет, там сложнее, Евгений, и прямо вот завален работой, не было времени разобраться. Поэтому сделаю, как плохой инженер. Как делают плохие инженеры? Выключите C-Linux, да, с чего начинается любая инструкция. Выключите C-Linux, поставьте Zabbix, да. Так и здесь, да. Выключили AppArmor, перезагрузили. Вот, значит, оставляю вам возможность разобраться и написать мне. Вячеслав, вы тут вели вебинар, выключили AppArmor. На самом деле можно было этого не делать, потому что надо было сделать вот так и эдак. Я с удовольствием помощь приму. Просто мне не хватает в сутках часов, чтобы совсем разобраться. Поэтому раз тема про Terraform, вот будет про Terraform. Как его там с AppArmor подружить, не будем грузиться. Потому что все равно мы движемся к облачному провайдеру. Все равно Selectel нас ждет. Поэтому Selectel нас ждет. И сейчас мы... Так, подключаюсь обратно к своему домашнему компьютеру. Да. Так, захожу в каталог. Вот, и обещал я рассказать вот про этот вот файл подробно от корки до корки. Значит, здесь мы видим, какой провайдер будет использоваться. Здесь мы видим, куда мы будем подключаться. А дальше видим что-то знакомое из первой части нашего повествования. Мы с вами видим, что создается пул типа DIR вот с таким вот путем. Значит, можно, в принципе, быть уверенным, что каталог будет создан. Дальше мы видим, что создается внутри этого пула, Так, значит, в чате вопрос, и я обещал чат не читать, но еще раз читаю. Значит, сейчас вопросами безопасности мы не занимаемся, и, собственно, ответ такой, что не обязательно работать рутом, не обязательно. Но чтобы не работать рутом, надо найти время проверить, как это будет. Вот. Поэтому по поводу вопроса я вижу, коллеги, еще раз говорю, я их стараюсь в чате не читать, но глаз непрерывно туда подглядывает, поэтому здесь я иногда прерываю повествование. Давайте дойдем до финала, увидим работающие конфигурации, которые можно воспроизвести. И я обязательно потрачу минут 5-10-20 на диспут с вами, диалог. Вот, так что не обижайтесь, если я что-то не читаю. Не думайте, что я... Если я что-то не знаю, я просто говорю, я не знаю. Можете спрашивать все, что угодно по теме мероприятия. Вот. А я продолжаю. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что создается пул, как мы это руками делали, типа DIR, вот с таким вот каталогом. Мы с вами видим, что создается образ на основе скачанного из интернета образа, вот, взят из интернета образ Debian и так далее. Вот. И, соответственно, у этого образа будет вот такое вот название. Размещен он будет в нашем пуле. Так, дальше создается диск. Диск отдельно. И базовый образ копируется. Помните, мы команду копировали, да? Скопировали в созданный. Вот здесь ничего копировать не надо, просто указывается, что базовый образ вот такой вот. Значит, размещаться это будет вот в этом вот пуле. Название диска вот такое. И немножко комично указывается размер. Значит, здесь Terraform, как-то я не нашел способ указать гигабайты, мегабайты. Говорится, вот столько-то байт, столько-то мегабайт, столько-то вот 1 гигабайт. И вот перед вами размер дисков 10 гигабайт. Вот в массе примеров именно так вот было. Далее, в массе примеров нужно взять шаблоны файлов конфигурации CloudInit и создать из этих шаблонов конечные файлы для каждой виртуалки. Пока у нас одна единственная виртуалка, но скоро их будет 3 или 30 и так далее. И во всех примерах в интернете используется модуль template файл. И во всех, не во всех, а на сайте Terraform, на сайте HashiCorp,
написано, что этот модуль устарел. Поэтому я потратил еще некоторое количество времени и нервных клеток на то, чтобы научиться вместо вот этого модуля, который везде хорошо описан, примеры приведены, использовать современное решение, которое предлагает HashiCorp, а именно функция template file. Этой функции передается исходный файл шаблона. Дальше указываются, какие переменные, какие значения должны иметь. Если вы запись назад отмотаете, то увидите, что внутри этого файла есть переменная name. И вот для данной одной виртуалки мы указываем ее значение ноде 1. Значит, user data у нас без изменений. Видите, там даже нет расширения Terraform. Вот, network config у нас по-прежнему содержит DHCP, но если бы я поправил бы этот файл и указал бы IP-адрес, то внутри этого файла можно разглядеть, я даже покажу, можно разглядеть действительно IP-адрес. Вот, посмотрите, файл, да. То есть я здесь договорился оставить DHCP, чтобы Terraform показал, какой IP-адрес будет назначен, но можно было бы использовать, давайте прямо сразу же заготовлю, можно было бы использовать и IP-адрес. Шажок такой, много, да, вот так вот. Так, будет, Эдуард, пример с множеством виртуалок, я понимаю ваш вопрос и смело отвечаю на него, что ответ на него будет, поэтому спасибо за вопрос, и ответ будет. Да, я вот покажу, видите, да, что здесь вот IP-адрес будет подставлен тогда вот в виде переменной. Но еще раз, на первом этапе я оставлю DHCP. Так, и возвращаюсь в файл описания. Значит, здесь уже прозвучал вопрос, а что будет, когда у нас будет много виртуальных машин? Это отличный вопрос, это будет отдельно рассмотрено. Пока что одна единственная виртуальная машина вот с таким вот названием и с IP-адресом, оканчивающимся на 201. Так, из этих файлов создается Cloud Init Disk, вот здесь так называется. Кстати, коллеги, я вот буквально несколько часов не мог понять вот эту вещь. Посмотрите, значит, мы с вами сказали, что провайдер libvirt. Вот я вам отвечу. Вот это провайдер, а это его метод. Вот это провайдер, а вот это его метод. Я никак не мог вот в это въехать, что здесь за почерк и так далее, потому что нигде такого раньше не встречал. То есть для каждого провайдера пишутся методы. Вот этот метод создает том, вот этот пул, вот этот метод создает том, вот этот вот метод создает диск cloud init, так как мы его руками создавали. Вот берутся файлы, полученные из шаблонов в секции, да, local, да, и создаются реальные файлы, в которых будет записано ноде 1 и IP-адрес 201. И вопрос, как сделать, чтобы этих файлов там было 3 или там 30, вопрос открытый до сих пор у нас остался, да. Так, наконец-то создается виртуалка, libvirt почерк домен, вот это метод создать домен. Я уже сказал, что в Citrix, из которого как бы растут ноги КВМ, виртуальная машина называется доменом. Эдуард, ну, я бы не сказал, что это open source. HashiCorp, известный, что только они не написали. И Vagrant, и Terraform, и всякие средства для безопасности. Известная компания, да. Ну, в том числе, да, коды открыты. Так вот, поэтому метод домен создает нашу виртуальную машину, в которой вот столько-то памяти, столько-то CPU. Вот такой вот диск используется в качестве cloud init, то есть там будут файлы и конфигурации. Указывается, что должна наша инфраструктура дождаться запуска QEMU агента, то есть вот только тогда, когда он запустится, будет считаться, что все хорошо. Так, что эти виртуалки будут автоматически запускаться при перезагрузке, что сеть будет подключена к бриджу, надо будет дождаться, когда будет назначен IP-адрес. Значит, здесь у нас виртуализация внутри виртуализации, поэтому, если честно, процесс будет довольно длинный, и поэтому здесь указан тайм-аут 30 минут. Консоль замечательная, то есть сериал-интерфейс нашей виртуальной машины будет выводиться на псевдотерминал. Ну и, конечно, VNC, который тут уже сказали, дремучий VNC, будет
позволять нам подключаться к экрану машины. Диском, настоящим диском, будет диск, который на предыдущем этапе был создан. И в результате будет выведена информация о том, какая машина будет создана и какой у нее IP-адрес. Про HTTPS не совсем понял, пока у нас с вами здесь VNC, по-моему, без HTTPS будет работать. Что-то я не совсем понимаю вопрос в чате. Обещал не читать, называется. Да? Не читаю вопрос. Так, коллеги, давайте тогда, значит, ближе к делу попробуем создать эту машину через Terraform. Еще раз я могу проверить файл конфигурации. Вот таким вот образом, Terraform Validate. Могу посмотреть, что там собирается делать Terraform, что он там планирует сделать. Так, и могу, так, скрестив пальцы, потому что все это так, все, хоть и отрабатывается часами, но всегда что-нибудь может пойти не так, и набираю команду Terraform apply. Значит, здесь просит меня подтвердить то, что я делаю, и вот, скрестив пальцы, я смотрю на то, что происходит дальше. Значит, некоторое время это должно занять. Создаются диски, создается Cloud Init диск с конфигурациями. Ну и дальше, собственно, создается виртуальная машина. И здесь можно также, чтобы не сидеть в тупую и не скучать, набрать команду, которая покажет нам, как там наши виртуальные машины . Да, что-то я сэкономил на чернилах, да. Ну ладно, сейчас я вспомню эту команду. Покажи, какие виртуальные машины есть. Покажи, какие виртуальные машины. VRSH list all. Так, да. VRSH list all. Вот, мне сообщается, что эта виртуальная машина уже, машина есть. Доступ конфигурируется через HTTPS. То-то-то. Ну, подождите, у нас тут сценарий вообще, он премис ноутбук, и тут все внутри одного ноутбука. Давайте чуть попозже к этому вопросу вернемся. Так, ну и, собственно, я могу посмотреть, что там происходит через VNC, например. VNC, да, ну, тоже та же самая ссылка, да, получается. Вот здесь, собственно, мы наблюдаем процесс загрузки системы, ее инициализация. Ну и примерно показывают мои замеры минуты 4. Все это будет длиться. Вот, и через 4 минуты можно вернуться. Ну а чтобы нам с вами время не тратить, давайте посмотрим, что нас с вами ждет дальше. Что нас с вами ждет дальше. Значит, если все это отработает, то все это мы с вами разберем и перейдем к теме: а как же теперь нам создать множество машин за раз? Здесь нам уже придется углубиться в программирование. Кстати, статья того автора, на которого я вот как бы опирался, спасибо ему большое, состоит из двух частей. И вот как раз во второй части он рассказывает о том, как создать несколько VM на одном гипервизоре. И надо признаться, что у него там кое-что я просто скопипастил, спасибо большое. Поэтому, что я у него скопипастил? Оказывается, в этом языке программирования можно описывать свои структуры данных, и здесь я уже пошел по пути как бы проекта из множества файлов. Значит, в файле variables Terraform будет описана одна единственная переменная, реально можно по мере освоения Terraform понимать, что сюда можно выносить в переменные различные параметры, там объем памяти, или там префикс названия узлов, или там размер диска и так далее, чтобы вот в одном файле все поменять, и все это у нас тут же накатилось на нашу инфраструктуру. Но еще раз, в простом проекте я создаю одну единственную переменную, которая будет списком, вот, и в файле конфигурации Terraform
Terraform Worms, я этот список заполняю. Здесь так слегка похоже на JSON синтаксис, но, если честно, не стопроцентный JSON, здесь как бы свой синтаксис. Вот, и, соответственно, описывается массив списков. И здесь у нас явно проглядывается название узла и его последний octet IP-адрес. И вот у нас с вами будет три узла. Значит, с точки зрения Cloud Init у нас с вами уже все хорошо. Значит, у нас с вами заготовлена переменная, которая будет подставляться в hostname. Вот. И в настройках сети мы с вами откажемся от получения IP-адреса динамически, а будем настраивать IP-адрес. Единственное, что я обещал, что стенд будет воспроизводиться дома, по этой причине надо будет выяснить, какая сеть у вас дома, что у вас является DNS-ом дома, и настроить в Cloud Init файле конфигурации сети правильную сеть вашу домашнюю, правильный шлюз и правильный DNS-сервер. Правильный DNS-сервер. Дальше я просто переименую проект Node 1 в проект Nodes, и мы с вами посмотрим, как же ответ вот на вопрос, а как же сделать так, чтобы много машин было создано сразу. Вот. Но пока я вас отвлекал, у нас, похоже, завершилось создание виртуальной машины. Вот такой вот у нее IP-адрес. Можно торжественно попробовать подключиться к этой машине. Вот я торжественно подключаюсь к ней. Давай, люди смотрят. Торжественно подключайся. Да, ну, все-таки удалось подключиться. Так, студент, пароль, пасворд маленькими буквами. Так, ну и тормозит все, конечно, да, потому что VirtualBox, в нем Linux, в нем KVM, и вот поэтому, когда я подумал, может быть, в курсах это использовать, я раскатывал здесь KubeSprayм, Kubernetes не 40 минут, как это в VirtualBox делается, а ну, что-то там не полтора часа. Поэтому пока думаю, как бы это поиспользовать в курсах. Ну, ладно. Так, виртуальная машина развернулась. Мы знаем ее название, знаем ее IP-адрес. И пока не очевидна выгода. Конечно, мы здесь с вами не делали руками множество действий, но и файл проекта как бы описывать нам пришлось изрядно. Поэтому я попробую как бы показать, ну, а смысл всего этого, да? Ну, смысл этого хотя бы в том, что, ну, да, смысл, ну-ка, да, ну, давайте немножко покажу, значит, что здесь у нас. Можно, раз уж Terraform у нас развернут, да, вот такие команды показать. Покажи, какие объекты создал Terraform, и про каждый объект можно посмотреть какую-то информацию. Вот, например, мы с вами узнали IP-адрес, потому что в файле описания проекта была секция Outputs. А можно было это не делать. Можно вот с помощью Terraform сказать, сообщи нам атрибуты созданной виртуальной машины. И здесь можно увидеть в том числе, например, IP-адрес этой виртуальной машины. Вот он, да, этот IP-адрес. Ну и можно все очень быстро и легко снести, да. Все, что нажито непосильным трудом, берем и удаляем. Вот легко создали, легко удалили. Все, больше никаких виртуальных машин нету. Так, ну и переходим к третьей части. У нас его будет 4 части. Держитесь еще раз. Тут, если у вас там дети в садике или там еще что-то, можно смело отключаться. Спасибо, что подключились. Все будет в записи. Запись делается. И вот я открываю третью часть. Многомашинный проект. Значит, мы с вами обсудили, что я создаю переменные. Сначала описываю структуры данных. Язык программирования Terraform – целый язык. Можно изучать его долго и много, и узнать много полезного и так далее. Вот, значит, вот такую структуру данных мы создаем. Заполняем в отдельном файле. Заполним. Terraform ищет все файлы в каталоге, которые вот такие суффиксы имеют. Вот, то есть название файлов может быть произвольное. Вот, специально я не стал указывать полный IP-адрес, чтобы было проще это воспроизвести дома. Я оставил только вот финальные цифры.
Вот. Надеюсь, что дома у вас 201 и 202 адрес не используется. Значит, здесь у нас ничего менять не надо. В файле конфигурации CloudInit метадата у нас настраивается hostname, совпадающая с этой переменной. Скоро мы ее еще раз увидим. Вот. А вот файл конфигурации сети надо настроить тщательно. Значит, я хочу показать, что у нас... Так, VirtuNC. Так, Евгения, обсудим позже. Не буду смотреть в чат, позже обсудим с удовольствием, подискутирую. Так, смотрите, у меня домашняя сеть вот такая, шлюз вот такой. Вот, и таким образом я должен этот момент учесть. А также в домашней сети у меня используется вот такой DNS-сервер. Вот, запоминаем, запоминаем, потому что сейчас это пригодится. И далее я редактирую файл CloudInit для настройки сети. Я отказываюсь от DHCP. Говорю, что DHCP никакого не будет, что будет явно настроена сеть. Значит, здесь мы с вами видим прямо кусок конфигурации системы настройки, которая называется NetPlan. NetPlan. Вот почему надо современные технологии. И вот помогите мне не ошибиться. Вот здесь надо заменить сеть на домашнюю сеть. Домашняя сеть, как мы с вами видели, я прямо буду копипастить, да? 10.5.12. Вот она, наша домашняя сеть. Вот так вот, 10.5.12. Так, via шлюзом по умолчанию является, вот этот, не первый, а 254. Ну, дома чаще всего первый IP-адрес является. Так, хорошо. Так, и DNS-сервером является этот же самый шлюз, домашний шлюз. Так, ну здесь DNS-суффиксы оставлю вот такой вот DNS-суффикс. Пускай будет один единственный SPU. Так, сохраняю, проверяю, смотрю, тоже посмотрите, помогайте. Вот, сохраняю файл конфигурации. Так, и... Вот что-то вот такое мы с вами здесь настроили. Далее, проект из одной машины превращаю в проект. Ну, имя файла еще раз роли не играет, но как бы вдохновляет, да, что теперь должно быть множество машин, и мы с вами открываем на редактирование вот этот вот файл. Так, ну и насколько я понимаю, у нас остается провайдер. Остается описание способа подключения к инфраструктуре. Остается пул. Остается базовый образ. А вот диски для наших виртуальных машин уже должны быть созданы в трех копиях. Если до сих пор у нас был один единственный диск, видите, да, диск 1, ноде 1, то теперь у нас с вами... Все должно быть в трех копиях, поэтому я, пользуясь знаниями VI, удаляю все с текущей строки до конца. Удаляю, вот так вот удаляю, да. Вот, и вставляю сюда фрагмент из методички уже с учетом мультимашинного интерфейса. Так, по поводу инженеров и программистов, да, значит, чтобы... Если честно, быть хорошим инженером, в том числе инфраструктурным, надо, конечно, уметь программировать. Но если так по чесноку, то времени ни на что не хватает. Поэтому, как я был не профессионалом с точки зрения языка программирования Terraform, так я им и остаюсь. Но в оправдание могу себе сказать, что задачу таки я решил. То есть, лазя по статьям, написанными умными людьми, я нашел следующее, что если вам надо создать три диска, то вам в описание ресурса, например, volume, да, вот это у нас провайдер, это метод. Дальше я создаю диск, соответственно, вот такой вот ресурс. Добавляется новая конструкция, которая называется count. Конструкция count определяет, сколько всего будет вот таких вот штук создано. Я прям буду называть это, да, русским языком. Сколько таких штук создано. И создано их будет столько,
сколько у меня описано вот в этом списке. Я там описал 3 виртуальные машины, можно добавить 4, 5, 10 и так далее. И, соответственно, вот этот вот счетчик будет крутиться от там 0 до там 2 или от 0 там, до 9, если там 10 машин будет. Начинается все с 0. И у меня будут созданы диски, в имени которых будет диск, а дальше будет подставлено из моего описания виртуальных машин имя виртуальной машины. Вот с этим вот индексом. То есть вот этот вот каунт будет считаться от 0, потом 1, потом 2. Да? И, соответственно, первый диск будет взят элемент нулевой, имя. Если вы отмотаете запись назад, то увидите, что имя там у меня равно ноде 1, потом ноде 2, потом ноде 3. Да? Вот. Ну и, соответственно, все это будет размещаться в нашем единственном пуле. Базовый образ у нас не меняется, тот самый Debian. Размер образа не меняется. Вот так вот, ничего не понимая в языке программирования, подглядывая в примеры, я вот описал 3 жестких диска. Гораздо сложнее была ситуация вот с этой вот секцией. Дело в том, что template data модуль помечен как устаревшим. Везде сказано использовать template файл. И мне пришлось, если честно, так изрядно повозиться. И вот повозившись, я нашел следующее. Ну, проще всего было с user data. Там у нас описание пользователей, они идентичны для всех наших 30 узлов. Везде будет там пользователь-студент, везде можно логиниться по SSH с логином и паролем, везде будет установлен кему-агент. Вот, хуже было, соответственно, с метадата. Метадата у нас содержит хостнейм системы. И вот что я накопал. Я накопал, что можно использовать в языке программирования Terraform цикл form. For. Вот это n будет работать от 0 до 2 тоже, используя вот этот len равно 2. Да? Range, соответственно, будет от 0, 0, 1, 2, 3. Дальше будет создаваться файл metadata для 3 случаев, и в каждом случае будет подставляться в этот template имя системы и записанной мною переменной с индексом n. То есть цикл у нас от 0 до 2, 0, 1, 2. Соответственно, будет создан первый metadata файл. Metadata файл будет создан, соответственно, с именем name 1, ноде 1, второй ноде 2, третий ноде 3. Ну, короче, сделайте, поправьте что-нибудь, потестируйте, ошибитесь и разгадайте. То же самое делается файлом network.config, туда будет подставляться значение переменной IP, будет также браться из нашей переменной соответствующим индексом от 0 до 3. Пожалуй, отставлю я вот эту вот штуку на ваше усмотрение. И создается 3 инициализирующих cloud init диска. Опять используется конструкция count. Соответственно, в названии диска будет использоваться название виртуальной машины, как это было. И в диске будут использоваться персональные файлы, кроме user data. User data будет браться целиком и полностью, такой же, как у всех, одинаковый. А вот metadata с hostname будет браться согласно текущему индексу, там сначала нулевой, потом первый, потом второй, и настройка сети. И все это будет располагаться в общем пуле. Ну, короче, делайте так, оно работает. Сейчас проверим, работает или нет. И будет создано 3 виртуальных машины. Опять используется механизм count. Опять в виртуальных машинах в именах будет присутствовать то, что мы с вами видели в описании нашей переменной домен. С индексом будет браться нужный элемент массива. Так, память у всех будет одинаковая. Cloud init диск будет браться персональный для каждой машины. Там нулевой для первой машины, первый для второй и второй для третьей. Везде будет установлен cloud агент, везде будет использоваться bridge. Тайм-аут 30 секунд, будет использована serial консоль. Будет использовано VNC. Ну, короче, все остальное мы с вами обсуждали. У каждой машины будет персональный диск.
Да, и output тоже мне пришлось поморочиться. Значит, в output мне надо было написать три названия виртуалки, три адреса, и делается это тоже с помощью цикла for. Ну, в общем, делайте так, не буду заострять внимание, так время уже все вышло. У нас, если честно, 45-минутный вебинар длится. Считается, что я за 45 минут все должен рассказать. Вот, и вот я стараюсь. Так, ну ладно, коллеги, тогда управление проектом, да, это лаба, да. Значит, проверяю я конфигурацию, значит, делаю Terraform план. Так, делаю auto-approve. Так, да, вот здесь буду что-нибудь добавлять, да, вот чтобы не нажимать yes, можно... Terraform Apply и вот такой auto-approve добавить. Так, скрещиваю пальцы, надеюсь, что нигде ничего не накосячил, потому что жалко времени, и нажимаю на Enter. И у меня процесс создания пошел. Если все будет хорошо, то примерно через 4 минуты будет создано 3 виртуальные машины. В принципе, можно также посмотреть, с помощью вируса list all вот эти машины, вот они запущены, можно подсмотреть через VNC для каждой из них можно посмотреть, какой порт используется, можно подключиться, например, к третьей машине можно подключиться, да, значит, третья машина у нас 5900 плюс 2. Вот так вот она подключается. Да, вот мы с вами видим загрузку третьей машины. Вот, так же, как загружаются все остальные. И через некоторое время у нас все должно появиться. Ну, давайте, пока оно у нас разворачивается, я вот такой вот должок. Значит, я работаю преподавателем в центре обучения специалист. Я очень люблю делать лабораторные работы, очень люблю делать так, чтобы их можно было дома воспроизвести. То, что здесь я так все очень торопливо рассказываю, еще раз, у нас вебинар на 45 минут, но моя безмерная жадность приводит к тому, что вебинары длятся там часами, и я пытаюсь запихнуть в них опыт, там, который там набирается долго. На курсах все более-менее размерено, там за деньги люди там выполняют лабораторные работы, хотя тоже материала много. И вот я хочу рассказать о преимуществах обучения в нашем центре, пока у нас там выполняется. Значит, если вам вдруг понравится, я надеюсь на это, конечно, наше обучение, вот это понравится, да, то, что вот сейчас происходит, то, что мы тут с вами дома взяли Terraform, КВМ, виртуалки, образы. Вот если вам это интересно, нравится, и вы хотите, значит, массу материала вот в таком вот стиле изучить, как бы с нуля до там работающих каких-то конструкций, то приходите. Но, пожалуйста, учтите, что наш центр всегда ориентирован на клиентов, и наш центр всегда слушает желания клиента. И вот клиента спрашивает: вы как хотите учиться у нас? Вы хотите учиться в обычной группе или в открытом обучении? Клиент спрашивает: открытое обучение, а что это такое? Ему говорят: ну, открытое обучение – это вы учитесь по записи, а преподаватель вам помогает учиться. Вот человек слышит: учится по записи, как это, курс стоит там 30 рублей, я учусь по записи. Говорит: что это за ерунда? Запишите меня в обычную группу. В обычной этой группе препод будет? Ему говорят: да, в обычной группе все как в обычном классе. Вы сидите, преподаватель сидит. И клиент говорит: о, замечательно, берите меня вот туда и пишите. Да? Вот. И, к сожалению, это желание клиента закон, но это желание было неверное, потому что вы придете в группу, в которой будет еще там 10-15 таких же человек, и будет парочка таких, как я, тормозов, которые медленно втыкают в материал, да, таких, как я про себя говорю честно, да, вот, и если в институте я сидел просто молча и не отвлекал преподавателей, потому что думаю, какой умный препод, я, наверное, дурак полный, вот, оказывается, что это препод просто ничего объяснить не мог, а не я дурак, то в группе будет именно так, я буду одновременно с каждым из вас все обсуждать, помогать, исправлять ошибки, а вы будете сидеть и ждать, пока это закончится. Вот. И я
стараюсь, конечно, чтобы все это было интересно, полезно и людям все равно нравится, но гораздо больше удовольствия вы получите, если вы пойдете на открытое обучение. Потому что в открытом обучении, да, вы будете учиться по записи, но продадут вам не запись. Записи и в Ютубе можно найти. Вот эта запись «Потеря форума» будет в Ютубе. Зачем платить? Берите, открывайте и делайте. Вот. Но в Ютубе не будет самого главного. В Ютубе никто вам не поможет, если у вас что-то не получится. Поэтому, несмотря на то, что вы учитесь по записи, продадут вам не запись, а персональные консультации со мной. И не просто когда-нибудь консультации, а прямо в онлайн. Вот вы делаете запись, что-то там вам рассказывает, а у вас это не работает. Вы нажимаете «стоп» и говорите: «Вячеслав, а у меня вот эта лаба не пошла». И Вячеслав говорит: «Да, давайте посмотрим, давайте найдем ошибку, почему она не пошла». И мы с вами персонально здесь же найдем ошибку. При этом остальные будут смотреть свою запись в своем месте и никак не будут ни вас. То есть вам не надо даже стесняться обращаться ко мне, потому что в классе люди иногда говорят: да бог с ним, ладно, что-то не получилось, слабо, не буду отвлекать, Вячеслав и так весь в запаре там и так далее. А здесь Вячеслав сидит, ничего не делает и ждет, когда же его спросят, когда же обратятся к нему за помощью. Вот. А поскольку записи я делаю тщательно, аккуратно, то если человек все делает аккуратно, он вообще редко обращается. Но обязательно обратиться, потому что хоть я записи делаю аккуратно, я делаю все очень, как это, наворочено, стараюсь сделать, чтобы было весело, интересно, круто. И, в общем, обязательно что-нибудь не получится. Вы обязательно ко мне обратитесь. Поэтому запомните, пожалуйста, если вы захотите у меня учиться, очень рекомендую открытое персональное обучение, потому что это то, что позволит вам пройти как можно больше и как можно эффективнее. Причем можно остановить запись, там, ответить на звонок по работе, продолжить и так далее. По поводу продажи записи, Евгений, я вообще не парюсь. Я бы эти записи выкладывал бы в YouTube. Прямо взял бы и выкладывал бы, и давал бы всем абсолютно бесплатно. Почему? Потому что все, что получено бесплатно, как правило, не изучается. Вот. Только заплатив деньги, потратив какие-то ресурсы, появляется стимул на то, чтобы это дело изучить. Поэтому я вот, в отличие от менеджеров или коллег, абсолютно не боюсь, что мою чудесную запись украдут и мне денег не заплатят. Все, что я рассказываю, взято из интернета. Берите и делайте, никаких вопросов, просто систематизация, не более того. Поэтому можете смело продавать. Вот. Я еще раз, я, в общем-то, не являюсь главным в компании специалист, да, поэтому мнение это известно, что надо вот оберегать записи, чтобы враги там, я не разделяю эту точку зрения. Коллеги, за это время у нас развернулось 3 машины вот с такими IP-адресами, и мы можем к любой подключиться разными способами. К третьей мы с вами подключились через КВМ, ко второй давайте подключусь через SSH, давайте. 3 разных способа для трех разных машин. Да, студент, пароль, паспорт. Так, и к первой машине подключусь через консоли, и к первой подключусь через консоль. Ну, здесь тоже можно рутом подключиться. Сторонг паспорт. Так, но это еще не все, ребята. Если вы думали, что все, извините, ничего, это не все. Я же говорил, что неделю назад на нас вышел прекрасный вендор облачный Selectel, и я согласен с тем слушателем, который написал: а вот хотелось бы на реальном сервере. Я вам прям приведу вот пример реальный. Я вот веду курс Linux 3. Этот курс посвящен безопасности. Безопасность — тема довольно обширная, и очень много лабораторных работ в этот курс входит, в том числе и развертывание удостоверяющего центра. Удостоверяющий центр, мы разворачиваем корпоративные сертификаты, выпускаем и так далее. Но, черт возьми, гораздо чаще людям приходится встречаться с ситуацией по развертыванию, не развертыванию, а получения Let's Encrypt сертификата.
Let's Encrypt. Напишите в чат плюсик, кто, кому довелось Let's Encrypt сертификат где-то настраивать, получать, есть такие или нет. Ну-ка, заодно проверю, кто живой в чате. Напишите плюсик, кому довелось. Вот. Let's Encrypt. Понятно, что это делают? Вот. И на курсах люди спрашивают, ребята, ну, не ребята, а преподаватели, а вы нас научите это делать, потому что это важная тема. Вот любой сайт сегодня должен быть HTTPS. Вы нам можете это показать? А я как преподаватель говорю, понимаете, я не могу это показать, потому что для того, чтобы получить сертификат Let's Encrypt, нужен публичный адрес. То есть ваш сайт должен иметь публичный адрес. Где его взять? Ну, не знаю, где взять. Где его взять? Пойти, купить и так далее. И тут приходят товарищи из Selectel и говорят, ребята, мы готовы вашим слушателям, вот за то, что вы будете рассказывать о нас, мы готовы вашим слушателям дать реальный доступ к реальной инфраструктуре. Мы вам дадим гранты, значит, вы сможете распределить это по слушателям, вы будете нас хвалить, а ваши слушатели будут иметь возможность разворачивать реальные сервера в реальных условиях. Круто, круто. И я сказал, хорошо, я готов записать вебинар еще дольше, чем планировал. Поэтому, значит, наша с вами основная часть как бы закончена, да, фактически я показал, что вот три виртуальные машины у нас развернулись. И сейчас я, и сейчас я не заканчиваю на этом. Если у вас есть еще 40 минут, то, пожалуйста, оставайтесь. Если нет 40 минут, все будет в записи. Поэтому никакой необходимости тут прикованным к экранам быть нету. Поэтому я подключаюсь к своей машине обратно. 10.5, 12, по-моему, 52 она была. Что-то я от нее опрометчиво отлогинился. Вот, разбираю on-premise проект. Разбираю on-premise проект. Мы с вами увидели, что все работает. Вот я его разбираю. Разбираться он будет гораздо быстрее, чем... Собирался и открываю четвертую часть нашего вебинара. Четвертая часть будет звучать вот так. Значит, если до сих пор у нас с вами была тотальная экономия, то есть мы с вами имели возможность на домашнем ноутбуке все сделать, никому ничего не заплатив, то надо сказать, что здесь мы с вами будем пользоваться уже платными услугами провайдера, и люди не должны работать за бесплатно, я, например, за бесплатно не работаю, вот поэтому я предупреждаю, что надо будет некоторое количество средств потратить, но хотелось бы, конечно, поменьше, правильно, да, хотелось бы, конечно, и вот где здесь Terraform, вот где Terraform, вы можете начать использовать Selectel, как и любого другого провайдера, классическим способом. Показываю классический способ. Вы регистрируетесь, кладете какое-то количество денег на счет. Дальше говорите, так, ну что же, круто, облачная платформа, чтобы мне такое вот сделать. И берете и что-нибудь такое вот делаете. Ну, например, берете, создаете новый проект, управление проектом. Создаете новый проект. Сейчас тут у нас немножко... Берете, создаете проект вот с таким названием. Я не буду дальше показывать, как создавать виртуальную машину внутри Selectel, потому что это делается просто элементарно, логично и прозрачно. И эта виртуальная машина будет создана, ей будет назначен публичный IP-адрес, вы сможете к этой машине подключиться по SSH и параллельно начнут тикать деньги, потому что облачный провайдер зарабатывает именно на этом, предоставляет вам ресурсы, и вы можете, значит, этими ресурсами. Поэтому как можно сэкономить? Да, пусть меня простят вот в Selectel, да. Можно сэкономить следующим образом. Можно потренироваться дома на зайчиках, на домашней инфраструктуре, on-premise, а все отработав, выгрузить это в, например, уже в облачный, в настоящего провайдера с настоящим IP-адресом. И вот что надо отработать? Надо отработать, как вы там развернете эти виртуальные машины, там нужное количество. Как вы, например, с помощью Ansible накатите какой-то там, какой-то софт, еще что-то и так далее. И Terraform позволит быстро это развернуть, там, допустим, Ansible добавить,
поиграться, выяснить, потестировать и так далее, и быстро это свернуть и удалить, понимаете? То есть я, наверное, люди из Selectella будут не очень рады, научу вас экономить. Вот. Но на самом деле я думаю, что они будут очень рады, потому что опыт показывает, что ну, если это дело зайдет, если понравится, если вы реально начнете использовать, и если вам там предложат какие-то тарифные планы, то вполне это можно и не ломать потом, не разбирать Terraform, да, создать Terraform и оставить на радость вашим потребителям и пользователям. Поэтому как создавать проект вручную я рассказывать не буду, а сразу расскажу, что было дальше. Значит, как только мы решили подружиться с Selectella, я как человек очень занятый сказал: так, коллеги, мне нужна помощь, консультация ваших инженеров, потому что осталось буквально последний день, там как бы неделю назад они появились, пока наши менеджеры приходили в себя и решали, кто чего и как, остался буквально последний день пятницы. И вот мне надо было за пятницу научиться пользоваться Selectella. И я сказал: мне нужна помощь, помогите, пожалуйста. И мне действительно прислали контакт замечательного инженера Тамира, который на все мои вопросы ответил. А еще я хочу похвалить Selectella за то, что Тамир мне прислал документацию, и она оказалась, ну, на 80% непонятной вот в течение там нескольких часов я между основной работой и всем остальным вот этой вот документацией воспользовался. Поэтому я сейчас буду хвалить Selectella, буду хвалить документацию, буду хвалить техподдержку Selectella, ну, вот в лице Тамира, и делать это абсолютно искренне, потому что за пятницу мне удалось в первый раз в жизни, я этого никогда не делал, я никогда не использовал Terraform для развертывания чего-то в облачном провайдере. Поэтому давайте посмотрим, что же получилось и так далее. И начну с того, что для работы с Selectella будут использованы провайдеры Terraform. Будут использован провайдер Selectella. Именно этот провайдер будет использоваться для создания проекта, для создания учетных записей и так далее. И будет использован провайдер OpenStack. И вопрос, как мне этих провайдеров установить, у меня возник с самого начала. И, собственно, вот в техподдержке Selectella мне тут же сообщили, что вы это можете сделать, установку провайдеров, поскольку у нас же HashiCorp все закрыл, вы можете это сделать, просто создав вот такой вот файл Terraform.rc. Вот, и в этом Terraform.rc просто указать наше зеркало, зеркало Selectella, которое, значит, эта вот конфигурация говорит, что все, что вы хотите загружать из Terraform.io, реально будет загружаться с Selectella. И вот этот файл я сохраняю. Это вот начало, то, с чего мы начали, да. Дальше я создам проект для развертывания инфраструктуры в облачном провайдере Selectella. Значит, ограничимся мы одной единственной виртуалкой, нам этого будет достаточно, для того, чтобы понять, куда дальше идти. И в файле конфигурации тоже я ограничусь одним файлом. Я с самого начала укажу, что будут использованы вот эти вот провайдеры. Будут использованы вот эти вот провайдеры. Вот, и дальше могу набрать команду Terraform validate. Validate, проверить. Так, то-то-то. И Terraform init. Terraform init. Мне сообщает, что этих провайдеров нету. И вот давайте проверим, удастся ли их загрузить с зеркала Selectella. Так, ну, судя по всему, да, значит, и провайдер Selectella, OpenStack. OpenStack, значит, здесь тоже отдельная тема, что такое OpenStack. Вот мы с вами видели КВМ. OpenStack – это надстройка, которая управляет у облачных провайдеров инфраструктурой, а под капотом там может быть и КВМ, скорее всего, КВМ, и там vSphere может быть, в хорошие времена могла быть запросто, и там Hyper-V и так далее, но сейчас, наверное, КВМ. То есть у нас такой слоеный пирожок получается. Selectella, OpenStack, КВМ и так далее. Так, ну и начинаю читать вот эту документацию, которая мне понравилась. Значит, здесь как раз
начинается с того, что убедитесь, что вы создали сервисного пользователя. Дело в том, что мой провайдер Selectel Terraform будет подключаться к инфраструктуре и должен обладать нужными правами. Поэтому я открываю вот эту вот ссылку, как создать сервисного пользователя. И здесь говорится, что вам нужно пойти в раздел, вот я прямо буду читать документацию, надо пойти будет в раздел. Так, сейчас. Сейчас мы, да, проекты. Да, вот облачная платформа. Так, облачная платформа. Та-та-та, сейчас. Да, вот управление доступом. Так, и управление доступом, сервисный пользователь. Мне говорят, надо создать сервисного пользователя. Дальше я этого сервисного пользователя добавляю. Добавляю. Значит, здесь придумывается название для пользователя, придумывается пароль, можно посмотреть. Так, ну и пароли, конечно, страшные. Ну ладно, вот такой сгодится. Так, и дальше в документации говорится, что этот сервисный пользователь должен... Так, введите пароль пользователя. Значит, он должен иметь роль пользователя, администратора аккаунта и должен администратор пользователей. Давайте эти роли добавим. Значит, выбираю роль администратор аккаунта и добавляю роль администратор пользователей. Так, и вот этот сервисный пользователь как раз и будет использоваться для управления в Terraform. Поэтому читаю документацию дальше, прямо иду по документации, и здесь создаю я настройки провайдера Selectel и указываю вот этот вот логин и пароль, который только что был создан. Провайдер Selectel. Так, и копирую. Значит, имя пользователя у нас, соответственно, копирую. Они придумали вот такое имя пользователя. Отлично. Пароль. Соответственно, вот такой вот пароль. Так, копирую пароль. Так, можно теперь создать этого пользователя. Добавить пользователя, сервисного пользователя. Так, и в настройках провайдера Selectel. Провайдер Selectel будет создавать проект. И дальше уже внутри этого проекта нужно указать, как раз вот здесь вот указать уникальный идентификатор, который вам присваивается при регистрации. Значит, вот мы с вами настроили провайдер Selectel. Читаем документацию дальше. И следующим, да, номер аккаунта Selectel можно посмотреть в верхнем углу. Все верно. Так, дальше буду заниматься копипастой, коллеги. Значит, создается проект. Вместо того, чтобы вручную этот проект создавать, создается проект с использованием провайдера Selectel. Вот этот вот метод. Создается проект вот с таким вот названием. Он должен стать виден в веб-интерфейсе. Далее, значит... Есть такое ощущение... А, нет никакого ощущения. Дальше, внутри этого проекта, в свою очередь, создается еще один сервисный пользователь, который будет управлять проектом. Значит, это сервисный пользователь на уровне всей моей учетной записи, а это сервисный пользователь, который будет управлять проектом. Если честно, здесь можно написать все, что угодно, и пароль какой угодно. Единственное, что пароль... Ну, я не знаю, давайте пускай оставим юзернейм, а здесь вот укажем вот этот же пароль, да. Просто может валидация качества пароля там работать, я не проверял этот момент. Ну и, соответственно, для этого пользователя настраиваются роли, да, член проекта. Именно от имени этого пользователя будет, ну, давайте юзер, pair-user назовем, проект-user, да, проект-user. В веб-интерфейсе мы с вами это увидим. Так, двигаемся дальше по Selectel, значит, имя пользователя, пароль, не короче 8 символов, Project ID,
Project ID у нас берется, Project ID у нас берется вот отсюда, да? Project ID будет браться вот отсюда. Project ID на ID. Вот это вот совпадает. Так, создаем проект. Дальше двигаемся. Дальше двигаемся по документации. Дальше двигаемся. Инициализируйте провайдера OpenStack. Инициализируем провайдера OpenStack. Здесь тоже мы по максимуму оставим все по умолчанию. Значит, здесь надо указать опять номер, который нам присвоили при регистрации. При регистрации. Все остальное, да, вот этот вот номер, который... Вот этот номер 331 у меня. Я, соответственно, беру его отсюда, скопирую. Люблю копирование. Как-то у меня бывали случаи, когда коллеги были не согласны, но опыт показывает, что... Так, и, значит, инициализируется провайдер OpenStack с правами вот этого пользователя. Вот сервисный пользователь, которого мы с вами создали. Вот проект User называется, вот с таким-то вот паролем OpenStack. Дальше уже, пользуясь методами OpenStack, мы с вами будем создавать. Что мы будем создавать? Значит, это настоящий провайдер с настоящими задачами, поэтому здесь будет создана внутренняя сеть. Значит, Network 1, приватная сеть. Значит, для этой внутренней сети. Так. Нет, рановато про сеть, мы договорили. Там они просто, кстати, да, вот этот момент был немножко нелогичным, и пришлось в техподдержку обращаться, но только потому, что времени было в обрез, значит. OpenStack Provider у нас инициализирован. Дальше мы с вами двигаемся. Когда машины будут созданы, необходимо будет к этим машинам подключаться. Если в конфигурации on-premise мы с вами говорили, ну давайте зададим вот такой вот пароль, то в облачном провайдере, конечно, безопасностью озабочены гораздо сильнее. Поэтому там подключаться по умолчанию можно только используя ключи SSH. Значит, чтобы ключи SSH у нас с вами были, нам с вами надо убедиться, что их нету сейчас, да, а потом набрать команду SSH-KGen. Сгенерировать эти ключи. Вот, и теперь у нас эти ключи есть, и я могу продолжить описание по документации, двигаясь, да. Значит, с помощью провайдера SelectL я добавляю вот этот вот публичный ключ в возможность загрузить его в будущие виртуальные машины. С помощью метода VPS-KeyPair добавляю вот этот вот приватный ключ. Раз, дальше двигаемся. Значит, далее создается, они называют это flavor, да, но мне кажется, что ближе было бы назвать профиль виртуальной машины. Профиль виртуальной машины мы с вами здесь видим, сколько CPU, сколько оперативной памяти. Диск у каждой машины будет уникальным. И вот тоже был косяк в документации. Здесь на самом деле такой вот объект уже создан где-то, поэтому пришлось сюда добавить вот уникальную строчку. У меня просто нет времени на ошибки, поэтому я сразу это дело добавлю. Да? Так, дальше. Создается приватная сеть. Вот с такой вот адресацией все виртуальные машины будут внутри приватной сети. Не буду даже ничего менять. Вот. И, разумеется, нам хочется, чтобы машины были доступны снаружи. Поэтому здесь создается что-то вроде облачного роутера, так они это и называют. Вот. И, значит, у этого роутера будет интерфейс во внутренней сети и во внешней сети. Далее мы с вами заказываем внешний IP-адрес. Вот это у них называется порт для облачного сервера. Так, тут главное мне не пропустить эти пункты. Вот. Далее мы с вами указываем образ, который хотим. Здесь я тоже в своей методичке, пойду в свою методичку
И все-таки образ там у них Ubuntu 20, это уже образ устаревший, поэтому я возьму более современный вариант. Более современный вариант. Вот, более современный вариант возьму. Так, и у школы у нас с вами задача сэкономить в Selectel, то, опять же, оказалось неочевидно, но факт. Чтобы создать ресурсы и быстро их удалить, надо, чтобы порядок создания объектов и их удаления придерживался. Поэтому в техподдержке, когда я столкнулся с тем, что проект нельзя удалить за одну итерацию, мне сообщили, кстати, в документации это было написано, что в описании объектов image и в описании объектов network нужно добавить dependence. Dependence – вот такую вот конфигурацию. Значит, что сначала создается проект, потом сервисный юзер, и это делается для нашей сети внешней и для нашей внутренней сети. То есть немножко я здесь общаюсь с техподдержкой. Ну, они не знали, что у нас такая цель – сэкономить, да, что быстро создать и быстро удалить. Поэтому вот документация это дело отсутствовало. Поэтому, значит, external network 1, где тут external network 1? Вот здесь он, да? Да, вот сюда. Что это будет создаваться только после того, как будет создан проект. Так, и во внутренней сети тоже. OpenStack Network Network V2, да. И вот здесь тоже добавляем Dependence. Добавляем. Так, ну а так все остальное, на самом деле можно было сделать в чистую по документации, просто нельзя было бы за одну итерацию удалить, вот, ну и была бы старая версия Ubuntu, зачем-то они там эту версию оставили, надо, они, кстати, обещали поправить, вот тоже я говорю, вот это спросил, они говорят, да, документацию мы поправим, представляете, люди, да, ориентированы, документацию поправим, все эти пожелания учтем, вот, поэтому продолжаю я, значит, получили образ и так далее. Создается загрузочный диск. Создается загрузочный диск из образа. Вот здесь вот у нас образ, да, image 1. Вот из этого образа image 1 создается загрузочный диск. Создается загрузочный диск. Так, и так, ну они еще и дополнительный сетевой диск тут добавили. Давайте оставим. Пускай будет два диска в системе, да. Так, ну и наконец-то создается сам облачный сервис, сервер со всеми вот этими дисками. Здесь у нас, в принципе, многое похоже на то, что мы с вами делали. К какой сети подключаем, вот, блочные устройства, два диска у нас с вами будут. Значит, соответственно, два раз диск у нас, два диска у нас получается. Так, ну и чем там заканчивается это дело, уже хочется вас отпустить, да, создать облачный сервер. Так, и еще один нюанс, который тоже в техподдержке оказалась опечатка, может, уже поправили или нет, нам же надо узнать, какой IP-адрес назначен нашей виртуальной машине. Поэтому оказалось, что там опечатка и выводится внутренний адрес, а чтобы вывести внешний, они прислали вот такую вот инструкцию. Ну, короче, еще раз. Там буквально мы в течение получаса все вопросы решили. Так, если я нигде не накосячил, то у меня должны отработать такие команды, как Terraform Validate. Так, вижу я ошибку, и это, конечно, неприятно. Так, вот модули, да. Так, ну что за неприятность? Неприятность в том, что мне надо быстренько сориентироваться. 175-я строка. Адрес. Так, ну ладно, сейчас попробую. Сейчас попробуем. Так, что-то пропустил. Ну-ка.
Я, наверное, знаете даже, как поступлю. Я, наверное, чтобы вот многократно я это копировал из методички, все это абсолютно верно. Я, наверное, поступлю так. Я вот сейчас после секции с реквизитами, вот здесь он, да, просто-напросто добавлю, да. Ну, на самом деле я же все копипастил. Здесь я как бы еще раз подхожу к тому, что вот эта вот проверенная конфигурация, которая создана на основе документации, я ее сейчас скопирую, потому что здесь уже трудно сказать, где я там на эту ошибку. Ну, сейчас попробую, да, попробую. Float. Да, я, кажется, пропустил одну секцию просто-напросто. Вот, пропустил. Сейчас попробую. Можно ее в документации было найти. А можно здесь. Так, float. Сейчас найдем. Вот она, так, external network. Ну да, прям кусок пропустил, посмотрите, да. Даже из документации возьму. Потому что еще раз хочу похвалить людей. Вот. Вот это я пропустил. Так, вот у нас машина. Все, давайте делаем нормально, да. Да, я просто вообще пропустил много. Так, спасибо Терраформу, что подсказал. Так, вот она у нас виртуальная машина. Значит, создать публичный адрес. Тоже он стоит денег, поэтому идея в том, чтобы на время быстренько назначить ассоциацию адреса публичного и приватного. Так, и вот здесь как раз то, что мне прислали в техподдержке, как вывести правильный IP-адрес. Наверное, нашел я причину. Так, проверяю Terraform Validate. Так, ну говорит, что хорошо. Хорошо, вроде бы нашли причину и, соответственно, управление проектом. Можно набрать команду Terraform Plan и набрать команду Terraform Apply. Сразу же добавим Auto-approve. Так, что-то я не нажал Auto-approve, что ли? Да, я его стер, наверное. Yes. Все, уже вечер. Надо меньше работать. Ну что, держу пальцы скрещенными. Там у нас где-то 4 минуты создавалась виртуальная машина КВН. Давайте посмотрим, сколько здесь займет времени создание одной, такой же вот одной виртуальной машины. Так, ну и пока оно создается, я рассчитываю, что все будет хорошо, поэтому немножко рекламы. Значит, немножко рекламы. Компания Selectel, запомните. И вот они прислали вот такую вот ссылку на предложение. Я сейчас вам ее тоже скопирую в чат. Значит, посмотрите. Может быть, это будет интересно вам или вашим работодателям. Аренда облачного сервера и, соответственно, какие-то тут предложения вам могут интересные предоставить. Так, кстати, вот хороший вопрос задают. Посмотрите, значит, да, вот Алексей, очень хороший вопрос, и я с вами согласен. Значит, на мой взгляд, лично, вот Вячеслав, да, Лохтеров вам говорит, лично я использовал бы Terraform до того момента, когда можно применять Ansible. Потому что мы с вами видели, что есть модули Terraform для установки ПО, для создания пользователя и так далее. И выглядит, как можно без Ansible сразу настроить все. Но на мой взгляд, лично я, как
человек, имеющий ограниченное количество времени, лучше изучать Ansible, потому что Ansible имеет много применений и так далее. Поэтому Terraform бы я знал вот настолько, насколько я его сейчас знаю, чтобы с помощью документации, значит, и это доброго слова, да, матерного взять и сделать все, что угодно. Развернуть там кубер через Terraform или еще что-то. А дальше уже делать, если это кубер там через там какие-нибудь хелмы, а если это одинокие системы через Ansible и так далее. Ну и вот спасибо Selectel. Давайте проверим, значит, могу ли я подключиться. Вот у меня публичный адрес, смотрите, красота, да. Могу подключиться, здесь, соответственно, набрать там apt install там Apache 2, да. А, даже интереснее, да, смотрите, интереснее. Ладно, бог с ним, apt install Apache, это вы и так можете. Про Ansible же, да, вы заказали, да, Ansible. Давайте посмотрим. Итак, я могу подключиться к публичному адресу. Отличный вопрос, спасибо, супер, вот. Приятно, приятно работать с вами, приятно с вами работать, потому что я вот могу показать, вот моей методичкой можно пользоваться вот так вот. Берем, находим Ansible, соответственно, сейчас я его сюда установлю, apt install Ansible, установлю, да, ну, вот как бы вопрос в чате, что, как делать, делать ли через Terraform настройку или через Ansible. Я большой сторонник Ansible, ну, потому что я его знаю. Я им пользуюсь, и он востребован на рынке. То есть знание Ansible – это, я про VI повторю, да, если придет человек, который скажет, я знаю VI, а другой скажет, я знаю Ansible, то я выберу Ansible, несмотря на то, что я из тех времен, когда знание VI считалось сакральным. Что ты крутой, админ настоящий вообще в натуре. Ну, шутка. Я пока вот Ansible ставится, могу сказать так. На самом деле я не против VI, тем более сам пользуюсь. И могу так сказать, что если вас вдохновляет что-то, вот этим надо пользоваться. Вот, например, можно так сказать, вот я хочу прям Linux с нуля поставить, вот прям вот разобраться, да, взять эту Gentoo или взять Arch и вот прям разобраться. Да ради бога, это отличный такой челлендж, да, поставить там ту же самую Gentoo, дистрибутив, в котором нету инсталлятора, это круто, там вы узнаете массу вещей и почувствуете незаменимые эмоции. Вот. Но если вы придете впрод ко мне и станете разворачивать Gentoo, я приложу все усилия, чтобы вас не было, потому что впроде и так много проблем, кроме Gentoo. Вот, так и с VI. Если вас это вдохновляет, если вы так скажете, да, крутая вещь, она на самом деле крутая, там, я его знаю, это процентов на 7 этот VI, да, если его знать на 100%, можно там чудеса творить. Недавно мне показали, как цифры увеличивать. Вот если это вас вдохновляет, и вы прямо вот, то, конечно, изучайте и VI, и ядро компилируйте, и все остальное, но только не окукливайтесь, не оставайтесь в этом, что это Kubernetes понапридумывали всякой фигни, вот это вот никогда не делайте, как это делают такие, как я, вот что там, не было никогда этого Ansible, все делали в Bash, вот теперь понапридумывали хипстеры, ну что да, понапридумывали, ничего не поделаешь. И на рынке нету людей, которые вот в этом понапридумыванном разбираются, они просто вот там на вес золота. Я просто знаю, о чем говорю. Это прям вот, если там человек может там в Argo CD там круто подсекать что-то, то там 500 с плюсом ему просто и вперед. Поэтому, пока я вас развлекал, соответственно, Ansible установился. Ну и давайте посмотрим что-нибудь, проверим связь. Ну вот такой вот, например, вот такой вот инструкции, да. Давайте проверим, может ли наш Ansible управлять вот этой вот машины, да, осталось только ее IP-адрес вспомнить, да, IP-адрес, ну и, соответственно, Ansible, так, и инвентарь будет у нас вот такой вот инвентарный файл, поехали. Можно ли этой машиной с помощью Ansible управлять? Можно. Ну что, коллеги, все, круто. Деньги, кстати, капают деньги. Теперь у нас с вами вот здесь вот, теперь у нас с вами здесь проекты, да, значит, у нас с вами проект появился, да, внутри проекта
появились серверы, да, сервер, вот он у нас сервер. Вот, деньги капают, публичный адрес, вот здесь вот видите сумма. И наигравшись в волю, например, там поставив через Ansible что-то то, другое, пятое, десятое, можно набрать Terraform Destroy. Terraform Destroy. Destroy After. И одним махом все это дело удалить и сэкономить. Вот. А потом, придумав что-то еще новое, поправив, тут же набрать Terraform Apply и таким вот образом. Ну что, коллеги, напишите кто-нибудь в чат плюсик, кто сейчас есть. Ну и вообще напишите, понравилось, не понравилось, потому что уже 2,5 часа прошло. Вот, значит, мы с вами все 4 темы подняли. Мы с вами посмотрели, что такое КВМ с Cloud Init. Мы с вами с помощью Terraform развернули одинокую машину. Мы с вами с помощью Terraform развернули несколько машин. Мы с вами узнали, что не узнали, а посмотрели реально нашего провайдера, настоящего провайдера Selectel, как использовать Terraform на настоящем провайдере. Вот сейчас у нас проект удалится. Вот, ну и жду вас в специалисте. Вот под финал просто покажу. Если какой-то курс вам надо найти, просто заходите на сайт курсы, каталог курсов. И здесь я отвечаю за 2 ссылки. Первая ссылка – это курсы Linux. Здесь вот интерактивный путеводитель по всем курсам. Вот. И вторая ссылка, за которую я отвечаю, это курсы, каталог курсов. Это курсы DevOps. Да, читаю я парочку курсов технических, технологических из вот этого вот плана. Значит, это у нас всего 2 курса. Первый курс и второй, легко запомнить. Вот, буду рад, приходите на открытое обучение. Не идите в очные группы, это ужасно. Вот, хотя я стараюсь, и людям нравится, но под ковром-то я понимаю, что можно гораздо лучше. Вот, ну, на этом у нас с вами инфраструктура разобралась. Значит, сейчас я хочу все-таки дождаться, чтобы мне вернули командную строку, и вот как раз такое будет, что собрали, разобрали, сделали все, что угодно, и, значит, и экономично, и можно продемонстрировать. Например, идете на собес куда-то, да, развернули проект, что-то такое, и вот там можете сказать, вот я вот могу вам продемонстрировать вот это, сделано вот так-то, на таком-то провайдере. Вот прошли собес, все, свернули обратно. В общем, можно найти массу применений. И я вижу, что на курсах мы, конечно, это будем использовать обязательно. Вот. И еще раз, хорошее впечатление вообще сама компания произвела. Вот. Сейчас запись остановлю, расскажу про другую компанию. Вот. Пишем мы в другую компанию, что вот мы с вами уже имеем там значит, парочку проектов. Давайте еще один замутим. Давайте. Вот. Ни ответа, ни привета. Все просто вообще полный игнор. Да? Ни да, ни нет. Ну ладно. Все. Selectel, большое спасибо. Останавливаю запись.